поставленная задача обозреть изображение персонажей Ветхого Завета, про матери, про отца, Еву и Адама в художественных пространствах за всю историю сакральной живописи. Задача необычайно интересная, задача очень широко поставленная, очень общо сформулированная, а методически, быть может быть, не очень верная, хотя бы потому, что несмотря на то, что изображение Адама и Евы вот за всю историю европейской сакральной живописи, это, наверное, одно из самых частых изображений, простите мне эту форбсщину, но вот в первой десятке по частоте изображений, вне всякого сомнения. А ежели говорить о персоналиях Завета Ветхого, то, наверное, второй, третий, вот после Бога Отца, Адам и Ева видены нами, рассматриваемы нами в самых разных состояниях, в самых разных стилистиках, в самых разных техниках, в самых, вы знаете, в самых разных техниках и стилистиках, несмотря на все-таки сдерживающее некое начало и канонов, присутствующих при изображении, и традиций, имеющихся в те или иные эпохи, в тех или иных географических пространствах, достаточно часто, особенно в немецкоговорящей Европе, особенно в эпоху замечательного немецкого возрождения, такими блистательными мастерами, как Дюрер, такими как блистательными мастерами, как Кранах, в общем-то, Адам и Ева, ну, одна из немногих позволительных обществом обнаженных натур, просто Адам и Ева. Просто Адам и Ева с хорошей гендерной анатомией, без сомнения, атрибутика малозаметная в виде яблок, змей, древ и так далее присутствует, но прежде всего это красиво. Это красиво, и такое тоже присутствует, и такое тоже будет, мы тоже об этом будем говорить. А иногда, и вполне цинично, Адам и Ева являются неким декоративным оформлением, и изображением про отца и про матери заполняют не очень просторные и не очень важные художественные пространства. Чтобы было чем заполнить, мы еще с Генским-то алтарем, разглядывая его детали, несколько его досок, мы это увидим. Начнем мы с великолепного часослова герцога Берийского, который замечательные братья Лимбурги, по крайней мере, те из пяти братьев, которые были художниками, это художниками-миниатюристами при дворе герцога Бургундского, а затем при дворе его младшего брата герцога Берийского Жана, Поль Эрман и Жан, или Жакетен, в общем-то, работали до своей смерти, вот с 10-х годов 15 века, по 1416 год. Мы сомневаемся в дате рождения братьев Лимбургов, в дате смерти мы их не сомневаемся, они умрут в один и тот же год, 1416, скорее всего, от чумы. Алтарь позже будут дописывать другие мастера, изготовлять, по сути, да, дописывать и тексты, и иллюстрации, а другие мастера. А замечу, коль скоро я уже помянул Жана, герцога Берийского, вот младший брат короля французского, младший брат герцога Бургундского, а герцог Жан славился как меценат, книжник, немножко ученый, немножко философ, покровительствовавший, поддерживающий художников, переписчиков, собиравший библиотеку. Нет, библиотека его старшего брата Карла, короля французского, была мощнее, нежели у Жана, но 500 книг, каждый из которых, ну, сегодня, вне всякого сомнения, шедевр рукописного книжной миниатюры и рукописного книжного буквенного шрифтового искусства. Так вот, среди книг, собираемых герцогом Берийским, заказываемых герцогом Берийским, была целая серия часословов. Король часословов было прозвище, о котором мы знаем сегодня, у этого самого же герцога Берийского. Часослов – это календарь. Это календарь, который века средние, а начало 15 века, мы разговор ведем о нем, создавался, оформлялся,
иллюстрировался годами, десятилетиями, внятно, подробно, красиво. У герцога Берийского был малый часослов герцога Берийского, был прекрасный часослов Богоматери или Туринско-Миланский часослов, был великолепный часослов герцога Берийского, был прекрасный часослов герцога Берийского. А, кстати, к трем из четырех перечисленных часословов братья Лимбурги имели некое отношение, создавая ту или иную миниатюру. А вот великолепный часослов герцога Берийского, повторюсь, это 1410-16 год братьями Лимбургами, а дальше и поэтапно самыми различными мастерами. Это то произведение книжного искусства, которое, собственно, практически полностью, ну, по крайней мере, на большую часть создавалось Жаном Эрманом и Жакетеном. И состоит часослов из трех достаточно крупных частей. Из них самое крупное – это так называемые страсти. Это изображение, это иллюстрации двунадесятых праздников. Это, собственно, часослов и кольцовый календарь. И коль скоро я упомянул учебник шестого класса для средней советской школы, вот если кто помнит, он был черно-белым, а сзади были цветные иллюстрации. Вот пара миниатюр братьев Лимбургов, изображающих какие-нибудь сельскохозяйственные работы средневековые, вот там присутствовали. Это замечательная совершенно, так сказать, книжная миниатюра. И помимо часослова как такового, помимо страстей, присутствует часословие так называемых 6, о, извините, 8 больших миниатюр. Причем миниатюры крайне такие разнообразные. Это и преобладающим образом это сюжеты религиозные, это сюжеты христианские, причем это сюжеты как ветхозаветные в меньшей степени, так и новозаветные. Скажем, вот тоже грехопадение, та же встреча волхвов, поклонение волхов, принесение во храм, падение мятежных ангелов. И тут же у нас анатомический человек. Анатомический человек – это в буквальном смысле вот такая иллюстрация из медицинского, ну, сколь может быть в средние века медицинский атлас, может быть, и бывали вот это вот оттуда. А еще там же, среди 8 больших иллюстраций, например, карта города Рима. Казалось бы, вполне картографичная, вполне внятная, системная и качественно исполненная. А братья Лимбурги – замечательные мастера, миниатюристы, а вне всякого сомнения, будучи старшими современниками, скажем, Рогира ван дер Вейдена и современниками того же Робера Кампена, они оказали с очевидностью, это были взаимные влияния, они оказывались во все стороны, но тем не менее оказывали влияние на вышеупомянутых гениев Северного Возрождения, сами будучи частью этого самого, как художественного процесса, а этого самого Северного Возрождения. И перед нами вот здесь вот грехопадение, изгнание из рая. Да, я уже упомянул. Вот говоря о том, что на едином пространстве, а в данном случае это пергаментный лист, сведены несколько событий, абсолютно, ну, с точки зрения современной науки, вот не доказанных никак, никем еще и ни разу, но, тем не менее, вполне себе фантазийных, но несколько, которые происходили в разное время, в более или менее едином пространстве, мы сейчас о нем поговорим, но в разное время грехопадение, изгнание из рая. А здесь у нас подробно, достаточно внятно показан сюжет искушения с левой стороны Ева, с богатым волосом, с абсолютно чудовищными такими позднеготическими формами, я имею в виду ее обнаженность, и вот подобная, ну, некая карикатуризация, потому что мы не можем говорить, что это красиво, а это, видимо, все-таки некое стеснение перед обнаженной натурой, очень свойственной поздней готике. Сколь Ева здесь у нас не человечески, не прекрасна, а столь совершенно античен здесь Адам, которого Ева соблазняет чуть ниже искушения, предварительно получив из рук змея
с женским лицом, это традиционно характерно, с телом змеи, обвивающим древо познания и всячески предлагая яблоко, ибо станешь, как Господь Бог, познаешь, что есть добро и что есть зло. Убедил-таки. Над источником жизни вот такая готическая, очень выразительная, очень изящная, как ружевная эдикула, характернейшее представление об идеальной готике в начале 15 столетия. Уж такие мастера, как братья Лимбурги, без сомнения, с удовольствием и с радостью изображали подобного рода архитектонику. И здесь же, правее, у нас изображение Бога Отца. Он здесь величествен, он здесь статуарен, он суров ликом и пригож волосом, вне всякого сомнения. Но, вы знаете, мы знаем вот сюжет так называемого «Адам перед Божьим судом» или «Божественным судом». Это когда Господь призывает после грехопадения Адама к себе, и прежде чем его, собственно говоря, выгнать из сада Эдемского, он, ну, всячески пеняет Адаму, мол, как так? А обычно все подобного рода сцены, они не очень часто, они очень частый сюжет, но он всегда очень страстно изображается. Мы будем видеть, нет, не будем здесь видеть, скажем, Вильяма Блейка, но тем не менее, он достаточно часто, не часто изображается, но он всегда очень эмоционален, он всегда очень экспрессивен. То есть там очень наглядно видно, что Господь гневается, всегда это видно. А здесь Господь, повторюсь, суров, но отнюдь, ну, максимально неэмоционален. И Адам и Ева перед ним не то чтобы стыдятся, они вовсе даже не прикрывают свою наготу, а они уже ее осознали, они ее уже испугались, они ее уже прикрыли, а здесь вот так вот вполне. Поэтому с точки зрения логики развития, с точки зрения сюжетной логики, это, вне всякого сомнения, вот Божий суд, Адам перед Божьим судом, или Адам и Ева перед Божьим судом. А вот по степени миловидности, это вполне может быть и представлением Адама и Евы перед Господом Богом. Был такой сюжет, мы не ищем трудных путей, мы идем по проторенной дороге, мы будем думать так, как думают все умные люди и грамотные искусствоведы, это у нас с вами Божий суд, оставляя, без сомнения, каждый имеет право оставить при этом место для сомнения. А для сомнения и вновь вполне выразительная архитектоника, собственно, изгнание Адама и Евы из рая с проклятиями, с руганью, мы еще об этом будем говорить. Каким образом были прокляты змей, Адам и Ева, и что пообещал им Господь, и все это произойдет, между прочим. А пока я обращу внимание здесь, вот на этой общем, таком обзорном изображении, на вот изображенную в красных цветах сущность, которая стоит за уже вышедшими за ворота Эдемского сада Адамом и Евой, согласно традиционным каноническим представлениям, охранять, чтобы не вернулись, охранять вход в Эдем, Господь поставит Херувима. Вот тут нужно иметь в виду, что, в общем-то, из 9 ангельских чинов, то есть окружение Господа Бога, Господу наиболее приближены сути Серафимы. И я, так немножечко усмехаясь про себя, произношу множественное число уже множественного числа, ибо Серафим, видите, это множественное число. Так вот, а мы еще русскую форму множественного числа добавляем. Так вот, Серафимы, которые традиционно, ну как традиционно, ну вот, скажем, в русской иконографии традиционно совершенно, изображаются в виде шестикрылых сущностей, причем у них два крыла наверху, они закрывают ими, чтобы не ослепнуть свое лицо, свой лик, чтобы не смотреть на лик Господа Бога, который светится небывалым светом. Они прикрывают свое тело нижними крылами, а два еще у них за спиной, они вот летают на них, наверное. А, наверное, они летают на них, они всегда
в огнях, они всегда в красном цвете, они всегда в огне. Да, в принципе, говорят и перевести сераф, что-то про огонь, это про огненное. И с их изображением все ясно совершенно. А вот следующим, они ближе всего к престолу Господа, а вот следующим чином, кругом, это как раз херувимы. Это как раз херувимы, с которыми все сложнее, замечу я. То есть и исполненные очей, и полиморфы, и четыре лика, и колеса. Четыре крыла всегда. Четыре лапы быка. Четыре ноги быка, наверное, да? Четыре человеческих руки. А лика херувима, они дальше от Господа. А лика херувимы не прикрывают, у них верхние крыла подняты наверх, у них нижние крыла прикрывают их тело, верхними крылами они еще и работают, когда перемещаются. И не всегда, но традиционно, херувимы изображаются в синих тонах. А в синих тонах мы твердо знаем, согласно Писанию, что охранять вход в Эдемский сад будет поставлен херувим. Удивительным образом. Ведь никто, ну, по крайней мере, вот преобладающим образом в западном, в западной сакральной живописи, никто не обращает на это внимания, по крайней мере, на соответствие цветовой традиции. Потому что у нас здесь цвета-то не херувима, у нас здесь цвета серафима. И если вы крыла-то посчитаете, то их тоже не четыре. То есть здесь тоже, в общем-то, шесть. Ну, опять-таки, не то чтобы загадки, но вопросы. И, соответственно, вопросам ответы и трактовки. Сегодня мы еще не раз будем обращаться к Лукасу Кранаху старшему. Но вот перед нами его работа «Рай». Это 1530 год, это слава Кранаха, его знают все, его любят все, его ценят все. Он замечательный художник, он замечательный предприниматель, он серьезно ведет мощную социальную жизнь, социально-общественную жизнь. Он бургомистр города Виттенберга, он занимается, готовит прокладку первого водопровода, замечательно. Все совершенно в славе художественной. И, в общем-то, сюжеты касательно сада Эдемского, касательно Адама и Евы как таковых, очень многочисленные. Чрезвычайно многочисленные у Лукаса Кранаха, повторюсь, мы с ними еще будем сегодня встречаться. А вот здесь на работе, писанной по заказу католика, несмотря на всю любовь к протестантизму и любовь к Мартину Лютеру Лукаса Кранаха старшего, так вот для католика, для архиепископа Майнского и Магдебургского, Альбрехта Бранденбургского, Альбрехта фон Гогенцоллерна, пишется для него. Он хорошо платил, и привали мы на идеологические какие-то разногласия с заказчиком. А здесь на работе «Рай» у нас, ну, планов несколько, они достаточно обильны, и они достаточно населены, эти два, вторые, третьи планы, причем они как-то так перемежаются несистемно и не в хронологическом порядке, потому что, например, справа, чуть выше совсем, мы с вами видим Господа Бога в красном плаще, умудренного сединами старца с очень характерной и похожий на бороду самого Лукаса Кранаха, он сейчас так будет изображаться, и с некими чертами Лукаса Кранаха, старшего, вот он здесь, право выше, создает Адама. Адам не очень прописан, но тем не менее, вот это вот он. А и тут же, не тут же, а через сцену искушения, вот у нас с вами дерево познания добра и зла. Если мы посмотрим слева от него, то мы увидим и создание Евы из ребра Адама. А вот только потом, и все еще хорошо. У нас здесь чутно гуляют всяческие животные. Причем, замечу я, хищников-то, ну, кроме собак, наверное, да? И не видать. Все как-то совсем мирно. И даже повода кого-то покуситься, пролить чью-либо-то кровь. Даже с точки зрения формирования цепочек питания. Пока нет. Но вот у нас древо познания добра и зла. Вот у нас искуситель. Причем в женском обличье. И мы можем догадываться с уверенностью, предполагая, что лицо-то, или лик,
у этого демона в женском обличье совершенно портретен, равно как и у Евы здесь на переднем плане. Это 1530 год, за 4 года до Срединоборода без ребро. Лукас Кранах-старший знакомится с невестой, тут же женой практически, наследника саксонского курфюршеского престола, несчастного впоследствии, Иоганна Фридриха, всячески гоняемого и третируемого всю свою жизнь, Сибиллой Клевской. А то ли влюбляется, то ли что-то отеческое. Но начиная с 1526 года, ну, не скажу вся, но большая часть женской натуры у Кранаха всегда с лицом Сибиллы Клевской, поднятые скулы, такие лисьи глазки, несколько лисья, узкие глазки, несколько лисья выражение лица. Все это замечали, все, кто смотрели у Кранаха, это всегда у него вот, с конца 20-х годов. А это 1530 год, скорее всего, везде женский лик – это лицо Сибиллы Клевской. А затем у нас познание стыда как такового, смотрите, пусты левее за созданием Евы. И вот здесь уже нравоучительно, указывая перстами, требовательно, да, вне всякого сомнения, познав стыд, прикрыв себя, ну, чем можно прикрыть, и взяв за руку друг друга, если вы посмотрите на переднем плане, в очень хорошей мужской анатомии и в очень характерной кранаховско-провинциально-немецкой женской анатомии, вот такое представление о красоте, небольшая грудь, сведенные плечи, сутулость, выступающий старательно, настойчиво, отвисающий вниз женский животик, скажем так, подчеркнутые пупки, их не могло быть, но этим, обращая внимание на это, очень любит радовать публику, скажем так, неискушенную в истории живописи, почему-то это всем нравится, поэтому я тоже указываю, и изгнание. И изгнание вот здесь вот в левом верхнем углу. Здесь-то у нас, собственно, все схематично. Мы не слушаем, мы не вчитываемся в Ветхий Завет ни серафимов, ни херувимов. Вот такое вот очень усредненное ангелоподобное существо в красных одеяниях изгоняет Адама и Еву из рая. Это грустная история. Очень растиражированное и, вне всякого сомнения, сразу узнаваемое изображение Адама и Евы гениального Яна ван Эйка, генский алтарь, ну не весь генский алтарь, вот из 24 досок генского алтаря мы сейчас с вами видим две, причем оборотные стороны крыльев. Когда я говорил о том, что время от времени, совершенно цинично, мы изображаем Адама и Еву для того, чтобы декоративно оформить ту или иную конструкцию, заполнив ими пространство, вот это вот как раз вот тот самый пример. Но, несмотря на вот эту вот оформительскую функцию здесь, в генском алтаре, основной сюжет алтаря – это поклонение Агнцу Божьему, и сегодня мы его с вами видим в соборе в городе Генте. Так вот, тем не менее, несмотря на, скажем, некую вспомогательность и незначительность вот этих досок, с идеологической точки зрения, они совершенно потрясающие. Они совершенно потрясающие. Здесь Адам невыносимо портретен, здесь Ева, может быть, чуть более условно, но тоже весьма портретна. И они вот в этой ответственной печали, это такое ответственное смирение, ответственное осознание и понимание неизбежности наказания и искупления, вот они здесь таковыми присутствуют. Это в лицах, я не скажу в ликах, потому что лица – это портретно. А касательно анатомии человеческого тела, ну вот замечу, что если о мужском теле, то все нидерландское возрождение – в общем-то, мужские стати, в отличие от немецкого, между прочим, мужские стати вот уводят в какую-то такую очень драматическую аскезу. То есть большая часть мужской натуры у гениев нидерландского возрождения,
она так драматически худа, аскетична, костлява, небывалых успехов, изображая подобные достигнут вот Хуго ван дер Гус или, скажем, Ганс Мемлинг, но вот ван Эйк-то хорошо начинает, хотя, повторюсь, пока отдельного измождения здесь нет, и пока это очень выразительно анатомично. А с Евой проблематичнее, вне всякого сомнения, а вот эта вот утрированная неправдоподобность женского тела. А мы можем сколько угодно здесь рассуждать, думать, можем только предполагать и думать, размышлять в поисках ответа, может быть, не находя его. Но, повторюсь, может быть, некое стеснение, может быть, подобного рода неправдоподобие, попытку укрыться от этого, за этим неправдоподобием, тем более, что всегда можно объясниться. Вот он, этот драгоценный сосуд с основной своей биологической функцией плодоношения, деторождения. Вот в этом драгоценном сосуде это все и производит. У него и форма сосуда как таковая. Можно догадываться. Можно догадываться. В руках у Евы сомнительного вида фрукт, скажем так, если вы посмотритесь. Адам с обреченной неизбежностью прикрывает осознание своего гендерства, а гендерности своей, чтобы мы не перепутали, кто здесь где изображен, у нас с левой стороны Адам, и он подписан сверху, а с правой стороны у нас Ева, и она подписана сверху. Буквально два слова я скажу, какое впечатление это производило. Эта натура обнаженная производила в свое время на отдельно благочестивых монархов. Иосиф II, сын Марии Терезии, прикажет это вообще вынести из собора. Вынесут и спрячут в библиотеке соборной, откуда в свое время вот именно вот эти две створки и будут украдены местным викарием. Вот когда в 1821 году прусский король Фридрих Вильгельм III покупал эти работы, среди прочих работ собрания англичанина Эдуарда Солли, который составляет очень значимую часть берлинских художественных коллекций, вот среди прочего он купил и эти две украденные в свое время створки Генского алтаря. И это торжественно будет явлено публике по открытии здания художественного музея, сегодня старого музея, в центре города Берлина, тогда, в 1830 году. И только 31 год спустя бельгийское правительство, 30 лет пытающиеся вернуть эти створки, все-таки убедит пруссов их продать, они будут проданы, они вернутся в Бельгию, но вот право прецедента как такового в 1942 году Гитлер вывезет эти створки, он собирался их отправить в музей в Линце. 3 года с 1900, не получилось ничего, слава богу, 3 года с 1942 по 1945 год они хранились в музее, не в музее, в замке Нойшванштайн, извините. Но там музей, собственно говоря, по сути, с момента смерти Людвига II. Он иногда очаровывает, но никогда не раздражает, никогда не шокирует и никогда не потрясает. Скажет один из самых блистательных историков искусства, за всю историю искусствоведения, Эрен Пановский о творчестве Ганса Мемлинга, и, как правило, с Пановским невозможно не согласиться, но касательно Мемлинга, которому, в принципе, от немецких историков искусства доставалось всегда. Наверное, здесь надо думать. Я бы сказал бы, что не то, что иногда, а достаточно часто, практически всегда очаровывает, а иногда, может быть, не всегда, но и потрясает. Удивительным образом немец по происхождению Ганс Мемлинг, несмотря на то, что все творчество Мемлинга, большая часть его жизни, его дом-музей, его самое большое собрание его работ находится в городе Брюгге, что во Фландрии, в исторической, тем не менее он-то уроженец Срединной Германии, Гессена, а небольшого городка Зелегенштадт, в котором, возможно,
и получал первые художественные опыты, если это было так, то, скорее всего, это происходило в монастыре Святого Айнхарда, основанного биографом Карла Великого в свое время там, в Зелигенштадте, еще в середине IX века. А затем период некоего ученичества, который, несмотря на чрезвычайную растиражированность бесконечных исторических анекдотов, совершенно неправдоподобных, Оган Семерлинг все-таки, видимо, проходил в Кёльне и с очевидностью знакомства со Штефаном Лохнером, а скорее всего, хорошее, крепкое знакомство с работами Рогира ван дер Вейдена, то есть и Нидерланды, а может быть и то, что представлял ван дер Вейден в Кёльне. И затем город Брюгге, и затем город Брюгге и совершенно заслуженное место вот в череде блистательных мастеров Нидерландского возрождения, Северного Нидерландского возрождения, хронологически последний, а так вполне равный, с очевидностью продолжатель той великой традиции ван Эйковской, ван дер Вейденовской, Хуго ван дер Гуса, Дирка Боуса и так далее, и так далее. Я бы в данном случае с Пановским не то чтобы не согласился бы, но, наверное, для себя исключительно, может быть, поправил. А, кстати, касательно растиражированных анекдотов о Гансе Мемлинге, о нем очень любят рассказывать, особенно на экскурсиях в музейных пространствах, что в свое время Ганс Мемлинг был воякой, был ланскнехтом, был наемным воином и отличился в битве под Нанси в свое время в 1477 году. Это та самая битва, которая положит конец истории Великого герцогства Бургундского. Там погибнет последний герцог Бургундский Карл Смелый. А вот Ганс Мемлинг, будучи наемным воином, будет тяжело ранен. И вот добредет тяжело ранен и проползет 30 километров, между прочим, от Нанси-то до Брюгге, где на ступенях госпиталя Святого Иоанна он и будет найден. Кто говорит своей будущей женой, кто говорит добрыми горожанами, кто утверждает лучшими людьми города. Но, несмотря на то, что все, что я сейчас вам пересказал, это все, ну, сегодня бы сказали фейк, миф, неправда, мистификация, популярная среди, ну, скажем так, интересующихся северно-нидерландским возрождением истории живописи как таковой. Но, тем не менее, с госпиталем Святого Иоанна, который по сей день присутствует уже в музейном состоянии, в городе Брюгге, с очевидностью Ганса Мемлинга связывало многое. Он писал по госпитальным заказам и, среди прочего, Адам и Ева, которых мы сейчас с вами видим, это как раз боковые створки так называемого триптиха Святого Иоанна, который в свое время, в середине 80-х годов 15-го столетия, очень условная датировка, 1485 год, а так вот были писаны для этого госпиталя. Все так, как мы уже, уж я не знаю, любим, не любим, но так, как мы уже видели. И вот только-только рассматривая, скажем, Генский алтарь, мы говорили о том, что это удивительная манера мастеров Северного Возрождения довести мужскую обнаженную натуру до состояния такого легкого измождения. Нет, там никакого вот такой сочной, брызжущей телесности, свойственной, так сказать, высокому возрождению итальянскому, свойственному чуть позже возрождению немецкому, дюреровскому в частности. А нет. Нидерландский Адам и любая мужская обнаженная натура, просто я сейчас не могу, честно говоря, вспомнить даже такую внятную, помимо Адама, да, без сомнения есть, но тем не менее. Так вот, он пропорционален, он верен анатомически, он вполне пропорционален, но он совершенно не идеализирован и не романтизирован. Он чуть не доел, он много трудился, у него не пышная, так сказать, геометрия тела, а вполне себе побитая, покореженная жизнью. Оно, повторюсь, анатомически верное. А вот женской обнаженной натурой, ну, все, как мы вот уже с вами видим, то есть она
карикатуризировано, ну вот мы говорим от стеснения, возможно, и не так, мне все-таки кажется, от некоего стеснения, узкие плечи, да, без сомнения, некое представление о красоте, но некое представление о красоте диктуется эстетика, в принципе, этическими взглядами на жизнь. Этикой как таковой. А потому мы все-таки стесняемся, мы стесняемся большой груди. А мы с вами делаем большим, круглым, видимо, очень плодовитым живот. Здесь чуть менее, меньше, нежели у Евы Генского алтаря. А, но, тем не менее, весьма и весьма выразителен. А определенная манерность в движениях, в позах. У Евы, ну, в принципе, Еве, наверное, положено, но и у Адама тоже присутствует, с очевидностью такое некое пренебрежение касательно гендерных различий, их нежелание демонстрировать, это как все очень легко. И у каждого свое яблоко. У каждого свое яблоко, Ева его держит более изящно, Адам более уверенно, его сжимает, но... Вот идя сейчас по пути иллюстрации заявления Пановски, нужно все-таки иметь в виду, что лица-то и у того, и у другого совершенно портретные, не совершенно портретные, но весьма, скажем так, портретные. Они спокойны, они... Это спокойствие познания. А вот иногда выражение лиц Адама и Евы это спокойствие отчаяния, пришедшее после познания. Здесь просто спокойствие познания, но оно глубоко. Здесь ничто не вызовет улыбки. Здесь все тихо, уверенно, и уже будет так, как было сказано Господом Богом. А боковые крылья триптиха святого Иоанна, а нынче находится вовсе не в городе Брюгге, несмотря, повторюсь, на то, что там самое большое собрание работ Ганса Мемлинга, находятся они в городе Вене, в замечательном историко-художественном музее. И тут же, для сравнения и наглядности, то, что будет писано спустя 20 лет, ну плюс-минус, вот после триптиха святого, госпиталя святого Иоанна, это Адам и Ева Альбрехта Дюрера, которые сегодня находятся в Прадо, ну, есть копии, находящиеся в Майне, авторские копии, находящиеся в городе Майнце, но вот это вот то, что находится в Прадо, я думаю, что большинство эти работы видела в залах этого замечательного музея. И 1507 год Альбрехт Дюрер только вернулся из Италии, он только-только пообщался с Беллини, и вот глядя на Адама, глядя на Еву, и я сразу замечу, что, в общем-то, традиционно считается, да что там считается, так оно и есть, что мужские стати Дюреру удавались лучше, нежели даже не стати, я уже не говорю об обнаженной натуре, но, в принципе, женские образы, а Дюрер их, есть исключение, та же, например, голова венецианки, замечательная совершенно, но, в общем-то, большей частью женские образы Дюрера отличались и не в лучшую сторону, скажем, от мужских его образов. Это касается портретов, это портретных изображений, это касается одетой натуры, это касается обнаженной натуры. В общем-то, а вот здесь, на работе 1507 года, нам неизвестен заказчик, нам неизвестен части чего, кого, чего, каким образом, а для кого это писалось, но тем не менее... Вот возвращение из Италии, у нас здесь Италия, воспринятая и переработанная Дюрером. У нас здесь Венеция, если конкретизировать. Если еще более конкретизировать, то с очевидностью у нас здесь старенький великий Джованни Беллини, дружбой и уважением которого так дорожил, хвалился, но относительно юный. Тогда Альбрехт Дюрер. Здесь замечательные совершенно Адам и Ева. В принципе, считается, что в качестве некой натуры, без сомнения, здесь антики
увиденные Дюрером, в достаточной степени воспроизведены, но считают специалисты, что некой натуры, неким прототипным изображением для Адама служил ни много ни мало Аполлон Бельведерский, а для Евы Венера Медицейская. Ну, возможно, если вот так вот пофантазировать, да, но то вполне. А в общем-то, удивительным образом, вот это вот Беллини, коль скоро мы упомянули великого венецианского мастера, это, без сомнения, всегда мастер удивительной нежности, удивительной жалостливости, удивительных женских образов. Он тоже в конце жизни раздухарился, обнаженку писать начал. Ну так вот, и это чувствуется. Здесь они, здесь юны, свежи, портретные, абсолютно человечные, отнюдь не отчаявшиеся. И здесь вот вся флористика, имея в виду яблоко, листья, она изображена не то чтобы схематично, она изображена естественно научно. Это страницы из атласа, которые мог видеть, скажем так, Дюрер, и не обязательно в Италии, в Германии у того же Вальгемута, да, без сомнения тоже. А здесь, несмотря на удивительно важную сюжетную роль, змей в правом верхнем углу над плечом Евы вообще приобретает формы стафажные. То есть вот сюжетно он сюжетообразующий, а вот композиционно он минимальное значение, скажем так, здесь в работе имеет. Это праздник молодой плоти. С одной стороны, она здесь характерна, выразительна и касательно вот и мужского, и женского обнаженного тела. Это, в принципе, долго, позже станет неким таким каноном германской телесной красоты. Плюс-минус, но тем не менее. Так вот, это праздник и молодого, довольного тела, это праздник и молодого духа. Посмотрите, они, что не смутило, они продолжают кокетничать друг с другом. Волосы. Волосы, быть может быть, здесь у нас, нет, у Адама все хорошо с дюреровским волосом, у Евы как-то не разбросано, не характерно. А для Дюрера уж непонятно почему, но, возможно, он слишком много уделял внимания подписи. Она здесь монументальна, она здесь вполне себе выразительна. Вот здесь она висит на ветке, такой щиточек, на котором написано, что Альберт Дюрер, немец, нарисовал эту картину после Рождества Богородицы 1507 года. Кстати, о датировке. Я недавно, буквально с каким-то недоумением совершенно услышал, вот в беседе коллег, специалистов, о том, что изумительная совершенно Кранаховская Венера, представленная в Эрмитаже, а там в Эрмитаже поименована самой первой обнаженной натурой в истории немецкой живописи. Это неправда. А тамошняя, если это так, я вот в данном случае пытаюсь ввязаться в драку, вообще не понимаю, что к чему. Но если это действительно говорится, то это не так, ибо вот там 1509 год Кранаховский, а здесь 1507 год. 1507 год, в принципе, если говорить о масляной живописи, да, если говорить о красочном слое, ну, в данном случае это на сосне, то это может считаться первой обнаженной натурой в истории немецкой живописи. Она блистательна совершенно. Она блистательна и столь обнажена, замечу я, вот опять-таки из анекдотов, что в свое время, когда в 1654 году шведская королева Кристина, которая вот-вот отречется от престола, будучи дочерью великого шведского короля, светоча европейского протестантизма, переломившего ход 30-летней войны, Льва Севера, Густава II, Адольфа, и Кристина, отречась от престола, отправится в Рим, примет католичество и похоронена нынче в соборе святого Петра, одна из трех женщин, там присутствующих в посмертном состоянии. Это интересная судьба, не очень понятная, но очень, не очень понятная, не очень внятная,
но безумно интересная. Так вот, а в 1654 году королева Кристина дарит испанскому королю Филиппу, а вот Адама и Еву. Адам и Ева оказываются в Стокгольме, по причине его захвачены были в годы 30-летней войны, а до этого они были в собрании императора Рудольфа и так далее, и так далее, и так далее. А Филипп, король испанский, поглядев на это, приказал сжечь. Это был Филипп, при котором цвели науки. Это придворным художником Филиппа был Веласкес. Это золотой век испанской живописи. И тем не менее, глядя, было приказано сжечь, насилу убедили, не надо делать, они будут заперты в хранилище монастыря Сан-Фернандо. И даже когда в 30-х годах века 19-го они будут явлены публике очень условно в Прадо, чтобы они висели в отдельном закрытом кабинете, нужно было получать специальное разрешение для того, чтобы все это увидеть. А мы-то с вами, вот упомянув, рассматривая, нам это нравится, описывая, рассуждая, разглядывая подпись Дюрера, уж я замечу, что она здесь не одна. Вот у Евы есть целая табличка, очень заметная. А вот у Адама на ноге тоже совершенно не видно вот в таком разрешении, но знаменитая дюреровская монограмма вполне себе тоже присутствует. Кстати, о предшествиях, влияниях, прототипов, прообразах и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, о предшествиях и предчувствиях. 1504 год. Адам и Ева, Альбрехт Дюнер, гравюра по меди. Всю свою жизнь Альбрехт Дюрер с величайшим удовольствием в изобилии и крайне выразительно занимался гравюрой, причем обучался, и мы знаем, ну что-то было получено, некие знания были получены в свое время в Нюрнберге, и все-таки опоздав к Мартину Шангауэру, стать Шангауэру, учеником Шангауэра, умрет, но гравюрная мастерская, им основанная и ведомая после смерти Шангауэра его братьями там, в Эльзасе, в Кальмаре, с удовольствием примет Альбрехта Дюрера, а затем Базель, и, повторюсь, всю свою жизнь уже в Нюрнберге Дюрер с удовольствием занимался гравюрой, прибывая в Нюрнберге, выезжая из Нюрнберга, возвращаясь в Нюрнберг, 1504 год. 1504 год, Адам и Ева, с очевидностью они вот предшествуют маслу на сосновой доске, выразительны, подробны, значительно более детализированно анатомичны, по крайней мере наглядно детализированно анатомичны, и с очень, без сомнения, мощным фоном, который на предыдущих досках, которых мы видели, а практически отсутствует. Практически отсутствует здесь очень плотная флора, плотная, фантазийная, с точки зрения видовых названий различий не очень определяемая, а вот фауна здесь вполне наглядна, она разнообразна, она разнопланова. Посмотрите на правый верхний угол, над Евой на высокой скале, за как-то непропорционально вырастающей какой-то горной травой. У нас с вами какая-то косуля или горный баран. Тут сложно определить его видовую принадлежность. Далеко, видимо. Да, наверное, Дюрер не старался придать конкретике. Но попугай над левым плечом Адама совершенно нагляден. А чтобы быть ненаглядным, он здесь держит табличку с подписью Альбрехта Дюрера. Тут крайне всегда был обеспокоен узнаваемостью и, так сказать, конкретностью подписи своих работ. Так вот, здесь у нас и кот такой, ну, вполне дикий, я бы сказал бы. И заяц к нему спиной, затылком. И здесь за коленом у Евы и бык-телец. Да, и какой-то низкорослый лось здесь бродит по размеру сопоставимый, ну, наверное, сопоставимый, да, с мышью, которая у левой отставленной ноги. Адама, у Дюрера всегда была склонность к вот такому вот изображению натуры и флоры и фауны. А вот в таком состоянии
естественно, научного каталога, подробным, внятным, мы все это знаем прекраснейшим образом, и с удовольствием он всегда это делал. Обилие обнаженной женской натуры Лукаса Кранаха-старшего начнется Венерами достаточно рано. Вот мы только что сейчас вспомнили с вами Эрмитажную Венеру 1509 года. Адама и Еву, как обнаженную натуру, Кранах начнет писать тиражируя во множестве. А позже, вот первая Адама и Ева Кранаха появляется в 1513 году и потом безостановочно. А то, что сегодня находится в собрании Уффици в Флоренции, и то, что мы сейчас с вами видим на экране, необычайно яркое, необычайно насыщенное по цвету и по свету очень выразительному. В общем-то, это 1528 год. 1528 год, естественно, в той или иной степени, правда, здесь еще такая подростковая дутловатость, а на лице у Евы Сибилла Клевская была совсем юной девицей, когда она появляется при дворе саксонских курфюрстов для того, чтобы стать невестой наследника курфюршеского престола. Впечатлит Кранаха, мы об этом говорили, он будет ее изображать всячески и во множестве. А здесь она. Здесь она. И замечу, что если ее мы узнать можем, то Адам просто хорош. Вот Адам Кранаховский просто хорош. Они изящнее, нежели такие очень серьезная мускулатура, изображаемая Альбертом Дюрером, с таким хорошим подкожным слоем жира. А здесь он тоже присутствует, а здесь меньше, скажем так, мускулатуры, но здесь больше изящности. Здесь может быть, скажу я, не столько радости, как у Дюрера, но здесь, наверное, больше тихой гармонии, скажем так честно, хотя все остальное достаточно похоже. Здесь такие фантастические яблочки наливные, они светятся изнутри. Здесь очень мало ботаники. Здесь она совершенно не функциональна, она вот декоративна. Здесь столь же незначим, композиционно незначим змей, он вообще не очень заметен, он в левом верхнем углу над Евой, которая держит, значительно более уверенно, между прочим, нежели дюреровские, скажем, или нежели мемлинговские Адам и Ева яблоко. А Адам ничего не держит, он внимательно смотрит на нее. И вы знаете, мы можем здесь думать, вкусил, не вкусил, познал, не познал, но судя по взгляду и вообще по отношению к ранах жизни, видимо, все-таки уже познал добро и зло, потому что смотрит-то Адам у нас не на яблоко, а без сомнения на Еву, и она красавица. Она красавица у Лукаса Кранаха старшего, и она красавица, но значительно менее игривая, значительно более сдержанная в эмоции. У Тильмана Ременшнайдера его Адам и Ева скульптурные известняковые находятся на боковом фасаде церкви Пресвятой Девы Марии в городе Вюрцбурге, сказал я, и тут же оговорюсь, что на фасаде сейчас находятся копии, честно говоря. А вот подлинники ременшнайдеровские находятся сейчас в Франконском музее в городе Вюрцбурге. И о Тильмане Ременшнайдере, вот когда есть повод его упомянуть, я без сомнения его упоминаю. Вот только-только я читал, я надеюсь, вы слушали обзор по выставке, закрытой уже в городе Берлине, а поздняя готика, прорыв в новое время. А вот там было очень много Тильмана Ременшнайдера, и там мы говорили, я сейчас повторюсь, вне всякого сомнения, что наравне с Адамом Крафтом, наравне с Вальстом Штоссом, Тильман Ременшнайдер – это вот то блистательное скульптурное немецкое возрождение, начало его как таковое. Ременшнайдер в этом ряду в последний, третий хронологически, но отнюдь не по мощи своего таланта гения, сказал бы я, а жители города Вюрцбурга уверены, что гения, ибо Тильмана Ременшнайдера они смело причисляют
вот так называемым трем гениям Вюрцбурга. Это помимо скульптора Лименшнайдера, который животворил в конце 15-го, начале 16-го столетия, это и живший за 200 лет до поэт Вальтер фон дер Фогельвайде, замечательный трубадур Мензингер, и это блистательный, фантастический, невыносимо талантливый и экспрессионистичный Матиас Грюневальд. Так вот, Тильман Лименшнайдер работал в дереве, и преобладающим образом в дереве, как в липе, так и в дубе. И, в общем, мы его прежде всего знаем по его деревянной скульптуре. Она чрезвычайно экспрессионистична, она необычайно выразительна, она, как правило, портретна, она, как правило, наглядно, если не сказать иногда навязчиво, физиологична. И, в общем, считается, что в дереве у Тильмана Лименшнайдера получалось, быть, может быть, лучше, а нежели в камне. Хотя с твердым камнем, с мрамором он практически не работал. Пару надгробий есть у него мраморных. Он работал с известняком, и это считается именно так. Вы спросите, кем? Ну, и мной в том числе. Но глядя на изображение Адама и Евы на боковом, на северном фасаде городской церкви Пресвятой Девы Марии, мы любуемся. Мы любуемся, нет, вне всякого сомнения, мы замечаем здесь и некий очень неявный, но присутствующий S-образный изгиб, и, наверное, отнесли бы его не к готике поздней, а, скажем, к грядущему маньеризму, быть может быть. Но здесь замечательные пропорции, здесь отличная анатомия, здесь очень тонкий резец, и желание резать подробно, тонко, и бить подробно и тонко, но главное, без сомнения, лица, они отличаются. Это не портреты. Это не портреты, в отличие от только что разглядываемого, быть может, Ганса Мемлинга. Но мы смотрим на Адама, и вот среди этих кудрей замечательных, в относительно пустые глаза, когда это было раскрашено, кстати. Мы с вами видим только-только опустившиеся уголки губ, и мы начинаем вспоминать, у него на лице только-только была та удивительная, бесстрастная улыбка ангела, радость и счастье от вечности и приближению к престолу Господнему. А быть может быть, вот он только-только посмотрел пустыми глазами, поднял уголки губ, и у него вновь появилась эта самая улыбка ангела, столь характерная для, скажем, готических соборов, для оформления готических соборов Центральной Европы, готических церквей. Он на самой грани. Он на самой грани, у него, вот коль скоро мы говорим, у него опустились уголки губ после познания. Познание уже произошло. Он уже знает, что его ждет. Это суровая ответственность отчаяния. Нет, может быть, не отчаяние. Это суровая ответственность неизбежности. Кстати, равно как и у Евы, более того, у Евы с очень приличными женскими формами. У Евы это чувство, быть может быть, глубже, а быть может быть, тише. Они необычайно хороши. Они необычайно хороши, несмотря на игривость некую телесных форм, вглядываться в лица Тильмана Лименшнайдера, прежде всего нужно вглядываться в лица его, что бы он ни резал бы, из какого бы материала он ни создавал бы свою культуру, в Адама и Еву бокового фасада Пресвятой, Церкви Пресвятой Богородицы, в их лица надо, вне всякого сомнения. Даже по прошествии 400 лет, несмотря на поступательную и внятную секуляризацию, скажем, общественно
культурного пространства христианского мира, тем не менее, Адам и Ева реже, но будут присутствовать в художественных пространствах, изменившись стилистически, меняясь композиционно, но всегда изображая Адама и Еву, художники, начала 20-го столетия, всегда будут иметь в виду традиционный сюжет, все тоже тот же Адам, все та же Ева, все тот же змей, все то же зверопознание, все то же яблоко. Коль скоро о начале века 20-го, 1901 год, Поль Гоген, «Адам и Ева». Сегодня это чудесная совершенно работа гогеновская, находится в Европе, на севере Европы, а недалеко от Копенгагена, в очень небольшом городишке Осупгарде, в изумительном частном собрании Хансенов. Изредка они вывозят, показывают себя в Европе. И, в общем-то, эту работу я видел отнюдь не в Дании, а в городе Гамбурге, но это так. А, к слову, в 1901 году Поль Гоген в сентябре 1901 года, 10 сентября, в Папаэте на острове Таити садится на корабль «Южный крест» и в течение недели плывет севернее, немало, там более 1000 километров, на острова, на остров Хиа-Оа, где собирается плыть дальше, но прибыв на Хиа-Оа 16 сентября того же 1901 года, решает все-таки остаться на Хиа-Оа, останется на Хиа-Оа. Он и сейчас там присутствует. И оставшись в Утуоне, самом крупном населенном пункте острова Хиа-Оа, он, начав строить дом, немедленно знакомится с 14-летней ученицей католической школы, уроженкой острова Хиа-Оа, Мари Рос Вайохо, и забирает ее к себе. Она забеременеет весной 1902 года. До его беременности она будет позировать, вне всякого сомнения, Гогену. И специалисты сегодня, рассматривая гогеновского Адама и Еву из собрания Хансенов, не исключают, более того, большая часть уверена, что именно она юная, но выглядящая старше своих лет, это характерно для полинезийк, Мари Рос Вайохо, и изображена здесь в качестве Евы. Так, не так, но очевидно речь идет о межрасовых отношениях, потому что, без сомнения, женская обнаженная натура – это полинезийская женская обнаженная натура, а вот мужская обнаженная натура – Адам, европеец. Европеец – это видно даже вот так вот, когда, казалось бы, ничего видно быть не должно. Это европеец, сколь это Гоген, сказать не может никто, не похож. Вот, по крайней мере, так, на того Гогена, каковы мы Гогена визуально себе представляем. Хотя сложно сказать, все остальное на местах. Все остальное на местах. И змей, который отнюдь не бросается в глаза. Вот он синий в изобилии, синего разных оттенков, зеленоглазый, но, повторюсь, не так, чтобы сразу увиденный зрителем, видимо, с яблоком, с тем самым, которое отсутствует в руке у Евы, хотя на полу у ее ног огромное количество, но огромное, не огромное, посчитать можно не одно точно. Яблоко из дерева познания добра и зла. А здесь же у ног Адама и у ног Евы, а вот та фауна, которая регулярно перебирается с полотна на полотно. У Поля Гогена и узнаваемый песик здесь черной масти. Вот такой вот такая мечта любого мастера примитивизма. Здесь и странные грызуны на корнях древа познания добра и зла. И здесь вот эта странная птица. Она часто на полинезийских полотнах Гогена присутствует в разном световом решении, но именно всегда вот в таком композиционном исполнении. И замечая их, мало кто замечает ангела, который с вершин гористого острова, а может быть, из горних, наблюдает за Адамом
Евой и змеем, искушающим Еву. К 1898 году, а к тому году, когда на бумаге, акварелью, гуашью и карандашом Михаил Нестеров изобразит свое представление об Адаме и Еве, и это представление будет очень отличаться от традиционного настолько, что ему придется подписать и Адама правее, и Еву левее и вертикально. А для Нестерова, купеческого сына, который учился в Москве, который учился у Саврасова и Маковского, который учился в Петербурге у Чеснякова, который ездил за границы, бывал в Париже, который возвращался, который уже тогда, к концу века XIX, расписывает Владимирский собор в Киеве, который расписывает монастыри в Грузии, который расписывает Марфино-Мариинскую обитель, недавно основанную. Вот-вот, в самом начале века 20-го, он отправится на Соловки. Вот к рубежу веков Михаил Нестеров – мастер сакральной, ясной, чистой, торжественно-мистической, скажем так, религиозной сюжетности, причем как в состоянии библейском, так и в состоянии житийном, касательно житийных сюжетов, без сомнения, все это жития православных святых и блаженных. И, казалось бы, Адам и Ева при всей каноничности сюжетной у Нестерова, пусть даже на бумаге, пусть даже акварелью, пусть даже гуашью, пусть даже карандашом, не должны бы сильно отличаться от того, что им создавалось, и что еще будет создаваться. Он еще лауреатом Сталинской премии станет, кстати. Но это удивительное совершенно. Вот оно влияние времени. Вот некий такой вот цайтгайст, если хотите. Вот это приятное, чудное, выразительное, рафинированное арт-нуво, ведь не только в надписях дела. Они удивительные, они прекрасные, они четко графичные, они любят друг друга, все говорит об этом. Они даже не яблоко Ева-то передает Адаму, а даже цветущую ветвь. И они не знают, как она отразится. Никто не знает, как она отразится. Поймут, не поймут, воспримут, разберутся, где добро, где зло. Они библейские персонажи, это подчеркивается разноцветными нимбами в стилистике ленточек родильного дома, розовый, голубой. И мы видим явные, ясные, четкие нимбы над Евой розовой и голубой над Адамом. Но у нас здесь и Дух Святой, помимо всего прочего, в виде чудного голубя, такого кормленного, упитанного, и тоже с нимбом на руке у Евы ни много ни мало. И ангел, больше похожий на птицу хищную, быть может быть, даже ночную, несмотря на некую, ну, такую достаточно условную морбидность цветовую, в общем-то, не бугающий, а, будучи стафажем, вполне декоративен и оформляет общее композиционное, художественное пространство. Они чудесны, не характерны для Нестерова и совершенно замечательно. Михаил Нестеров Адама и Еву видел вот такими. Он знал толк в религиозных сюжетах. Он много с ними работал. И если с момента написания своих Адама и Евы, создания своих Адама и Евы, Михаилу Нестерову предстоит еще 43 года жизни, среди которых и арест, и ссылка родственников, и расстрел родственников, и тяжелая болезнь, и смерть, да, в 1942 году, за год до он получит сталинскую премию, то Густав Климт умрет в год окончания той работы, которую мы сейчас с вами видим на экране, вот, собственно говоря, своих Адама и Ева. Сказал я
год окончания работы, хотя он не успеет окончить работу, в январе 1918 года Густав Климт получит инсульт. Он попадет в больницу, он простудится в больнице, его будут за его болезнью будет следить вся Вена, вся Австрия и половина художественной Европы. И, казалось бы, даже все надеялись, и были основания, что гениальный Климт идет на поправку. Нет, он умрет. Он умрет в феврале 1918 года, открыв тем самым бесконечную череду смертей, чудовищно нелепых, ранних, ненужных. Смерть всегда не нужна. В некоторых случаях она как-то отдельно бывает не нужда. А смертей того же Шиле, того же Марка, того же Коломана Мозера, того же Отто Вагнера. Когда Эмилия Флёгге спустится в морг увидеть человека, с которым она была близка, духовно, наверное, преобладающим образом всю его жизнь, ну, большую часть его жизни, она не узнает Густава Климта, ну, скажем так, на смертном одре. Вот таким вот непохожим на себя его как раз тогда и зарисует Эгон Шиле. Он оставит потрясающее наследие творческое. Он оставит о себе удивительную память. Мы его знаем, помним, любим, еще будем любить и помнить очень долго. И оставит незавершенные работы. Их немного, серьезных две. Вот одна из них – это как раз «Адам и Ева». Если вы посмотрите, то руки у Евы нет. Вот той, левой. Он и не успел написать. А все есть. Замечательные женские формы есть, золотой волос есть. Мы можем даже предположить, не Эмилия ли это, но мы никогда не получим точного и четкого ответа. А за ней не он, по крайней мере, в портретном исполнении, не он отнюдь, хотя он похудел из-за болезни к моменту своей смерти необычайно. Адам измученный, уставший. А ведь мы с вами знаем, что Ева-то появляется, создается из ребра Адама. А каково человеку, когда из его ребра, это здорово, конечно, но что-то создается, он чрезвычайно устает. Он измучен. А она, распахнув глаза, с радостью ожидаемого удовольствия от мира смотрит на нас с вами и немного улыбается. И нет яблока в руке ее. Не успел это яблоко написать. Ну и вот такой вот кубофутуризм. Ну что вы хотите? В 1911-1912 году Юрий Аленков в Париже занимался у Мариса Дени, у Феликса Воландона, разумеется, это вполне характерно. А почему нет? 1913-1918 год, вот такой вот разброс дат присутствует при атрибуции работы замечательного художника, замечательного писателя, театрального сценографа, театрального художника, художника по костюмам. Ну вот то, что так любит мир искусств, в который входил в свое время Аленков, а художник российский, художник французский, и в 24-м году окончательно и по сей день там, собственно говоря, во Франции. А вот время-то какое? 913-918 год, смятение во всем и в умах, и, может быть, даже прежде всего, посмотрите, какая задорная, какая развеселая здесь Адам, нет, конечно, серьезный, но он так очень так, такая серьезность рабочего поселка у него в лице присутствует, отнюдь не какой-то, так сказать, горний изыск, а и Ева-то здесь в чудном кубофутуризме. Соблазнительная, выразительная, с большим крестом на шнурке на шее и с румянами
прям свеклой, намазанными щеками. Замечательно. А держат продукты своего садоводства, держат в руках вот еще висящее, все-таки, видимо, на древе познания, добра и зла яблоко, хотя сверху свешиваются яблоневые ветви, тяжелые, с налитыми, сочными, созревшими яблоками, а лиственные дерева на их фоне бабочки, хутора, скотина, немного лентулова. Адам, повторюсь, при всем своем желании плясать кадриль, а то в косоворотке, с балалайкой, с рукой и с пальцами, похожие на нарезанные из кожи ремни тонкие, очень сомнительные, пугающие. Баба, кричащая с очевидностью что-то, может быть, даже и доброе, но громкое, чрезвычайно, сапог, который Адам не успел одеть, и черный, а вот думаем, почему. Черный, но уравновешенный петух. Кстати, и паровоз здесь тоже черный. Вне всякого сомнения, сын рязанских мещан Павел Филонов, один из самых крупных в истории искусства 20-го столетия революционеров. Вообще, история искусства 20-го столетия, ну хорошо, конца 19-го, 20-го столетия, это, в общем-то, череда бесконечных и очень разных художественных революций, о которых мы даже знаем-то не о всех, ибо некоторые революции были мощны, невероятно интересны, хорошо проработаны, хорошо рассказаны, представлены публике и оказали колоссальное влияние не только на историю искусства, но и на историю как таковую. Мы знаем все эти революции, мы можем называть имена. Некоторые революции, может быть, даже революциями не были. Это были некие всплески таланта, гения, бездарности, гордыни, как угодно, они не были пропагандируемы, о них мало рассказывали, специалисты знают, мы, быть может быть, нет. Революция Павла Филонова была ограничена, не бывало и временно, она закончится в 1941 году, когда он умрет в Ленинграде, в своей ленинградской квартире, ограничена и пространственно, в принципе, ограничена стенами вот этой вот самой ленинградской квартиры, в которой, ну, по крайней мере, до начала 30-х годов собирались ученики, многочисленные ученики Павла Филонова, которые именовали себя мастера аналитического искусства, и, несмотря на то, что ни один из них позже не сможет превзойти своего мастера, не сможет превзойти своего учителя, несмотря на то, что очень многие, большинство, отойдут от эстетики и идей художественных Филонова как такового, тем не менее, это была революция, да, ограниченная временем, ограниченная очень узким пространством, не очень воспринятая современниками, не имевшая многих последователей, но, повторюсь, революционизирующее восприятие зрителя подобной живописи, подобного изобразительного искусства, того, которого создавал Милонов, зритель не видел, по крайней мере, вот тогда, до 10-12-х годов 20-го столетия. Ведь, собственно говоря, чудное общение среди молодежи, вот этот союз молодежи, тогда еще петербургский, а там Машков, там Ларионов, там Гончаров, замечательно все совершенно. Выставки чудно, 910 год, как раз это тот год, когда Павел Филонов, которого так и не приняли в Академию художеств, он 2 года я посещал в качестве вольнослушателя, он вышел из этих самых вольнослушателей, а затем поездка за границу в 1912 году. Он пишет некое программное, очень недлинное, недолгое, такое журналистское эссе, искусствоведческое эссе, в котором тогда, в 1912 году, будучи достаточно молодым человеком, ему 30 лет, определяет
и разъясняет свои художественные принципы. Насмотрелись мы, знаете ли, в заграницах на кубизм-то. А в принципе то, что сам Филонов будет называть искусством аналитическим, это некое идеологическое противопоставление кубизму как таковому. Кубизм от сложного к простому он раскрывает и сути, и формы. И у кого-то это замечательно все получается. А аналитическое искусство, и в общем единственный представитель этого самого направления в изобразительном искусстве, Павел Филонов, от простого к сложному, упорно и точно рисуй каждый атом, упорно и точно вводи прорабатываемый цвет в каждый атом, чтобы он туда въедался, как тепло в тело, или органически был связан с формой, как клетчатка цветка с цветком. Вот цитаты. Каждый мазок – это атом, а начало и зерно работа начинается из центра и расцветает, ну, учитывая, так сказать, удивительную многоцветность, по крайней мере, раннего и сочного Милонова, вот таким очень выразительным таким цветовым фейерверком. А, в общем-то, в 1912 году появляется его программное заявление касательно аналитического искусства, а в 1913 году появляется та работа, которая сейчас перед нами. Сам автор называл ее «Мужчина и женщина». А позже появляется второе название, ну, совершенно понятно почему, «Адам и Ева». Вот они, филоновские «Адам и Ева». Ну, тогда еще не постиндустриального, но индустриального мира в самом симпатичном смысле этого слова. 1913 год мы вообще еще не представляем, не мы, они вообще еще не представляют, что ждет их в этом страшном 20 веке. Пока еще все хорошо, но здесь, глядя на совершенно невыносимые, непонятные, пугающие, нет, даже не пугающие, но настораживающие нас своей непонятностью формы человеческих тел, формы городских форм, формы индустриальных, они есть здесь, пейзажи и так далее, предчувствие, не предчувствие, но нам неуютно сегодня, мы настораживаемся, повторюсь, не пугаемся, а настораживаемся, глядя на мужчину и женщину, на Адама и Еву Павла Филонова. Вот, собственно говоря, вот это как те самые утренние сны, которые не очень ясны, которые очень быстро забываются, и в силу того, что мы их помним плохо и непонятны они, кажутся они нам, эти утренние зыбкие сны, кошмарами. Вот, собственно говоря, так и здесь. Адам и Ева. Они отсутствуют, не то чтобы отсутствуют явные гендерные, но признаки гендерные и того, и другого пола присутствуют у каждого, но мы с очевидностью определяем здесь. И мужчину определяем, несмотря на абсолютную исковерканность форм, и женщину, обнаженных, как водится у Адама и Евы, не на фоне дерева познания добра и зла, а на фоне того, что произошло, до чего дошло, собственно говоря, вот постэдемское существование рода человеческого. Вот он фоном у них расцветает цветовым фейерверком в самых странных позах, в самых странных интерьерах, в самых странных иерархиях. У нас сидят наверху и уходят внизу. Адам и Ева на фоне ожидаемого. В 13-м году они еще не знали о кошмаре, но мы-то с вами знаем. Адам и Ева Павла Филонова на фоне ожидаемого ужаса. Ну, а теперь мы вернемся к сюжетности, говоря о Адаме и Еве, говоря о том, что, в общем-то, 8 более-менее внятных сюжетов, связанных с этими персонажами Ветхого Завета. И начнем мы, может быть, не совсем сначала, практически с самого начала, а именно с 6-го дня творения,
сотворение человеков в первой книге Бытия во множественном числе. Мы сейчас не будем касаться, в общем-то, вот этого, но замечу, что знакомиться с сотворением Адама мы начнем с мозаик огромных, необычайных. Когда вы попадаете в Монреальский собор, нет, не Канада, это близ Палермо, который строится там, близ Палермо, в общем-то, по поводу гордыни тогдашнего короля сицилийского Вильгельма II, который собирается превзойти своих недалеких предков вот своей благочестием, умением создавать и оставлять следы значимые после себя в истории искусства. Так вот, 130 мозаик Монреальского собора, создаваемый площадью 10 тысяч квадратных метров. Это производит ошеломляющее впечатление. Вы зажмуриваетесь, когда туда входите. Это бесконечное. Все желтое блестит. А некоторых пугает, а некоторых, как Павла Муратова, между прочим, раздражает. Но, тем не менее, 1183-1186 год считается, что это достаточно точная атрибуция, очень быстро. То есть в течение 3 лет вот эти вот 10 тысяч квадратных метров мозаичных стен, сводов, парусов создаются. И мы не знаем авторов, вне всякого сомнения, но общепризнано, что это мастера из Константинополя или, быть может быть, коль скоро с очевидностью, мы здесь уже имеем некие романские влияния, а быть может быть, местные сицилийские, итальянские мастера, которые побывали в, так сказать, Византии, побывали в великом городе Константинополе, увидели там тот изобразительный ряд, ту эстетику изобразительную, которую сегодня специалисты определяют как в истории искусства, мы сейчас об истории искусства, как Камнинский период, или иногда, ну, самые грамотные, самые умные, а как Камнинский или Камниновский маньеризм, да маньеризма здесь много непонятного с этим термином, но тем не менее, да, действительно, эпоха правления императоров из династии Камнинов замечательное совершенно время, ну как замечательное, относительно благополучное время тогда для Византии в расцвете, Восточно-Римской империи в расцвете, в начинающемся закате пока еще вот так вот скажем, своего блеска. Так вот, здесь, что свойственно Камнинскому периоду, у нас здесь все вполне статично, у нас здесь все вполне плоскостно, у нас здесь все тяжеловато и, быть может быть, грубовато, здесь много деталей, мы старательно вырисовываем анатомию. Она получается, между прочим, у нас по мере возможности. И так все совершенно подробно у нас здесь изображен. Вот на одной из этих 130 мозаик мы здесь с вами видим шестой день творения. А шестой день творения, я напомню тем, кто подзабыл, это сотворение скотов, зверей земных, гадов морских и человеков. Ну, касательно гадов морских здесь можно поискать, но скотов земных и зверей мы с вами здесь видим выше. Ну, и из праха и глины был создан первый человек Адам. Господь вдыхает в него жизнь через ноздри. Мы это тоже читаем в первой книге Бытия. Мы это тоже читаем в Ветхом Завете. Вы видите, как это происходит. Здесь, на мозаике 12-го столетия, чудные мозаики 12-го столетия, замечательные мастерами с очевидными византийскими, константинопольскими влияниями, возможно, приехавшими оттуда, в соборе Монреальском, который король Вильгельм II отстраивает во славу себя. Слава получилась, собор совершенно удивителен, золота там много. 10 тысяч квадратных метров мозаичной безумно яркой поверхности. В 1508 году папа Юлий II обратится к Микеланджело Буонаротти с просьбой. Обратиться, несмотря на то, что незадолго до этого он как раз с ним бурно повздорит касательно собственной гробницы, уж очень папе Юлию микеланджеловское творение не понравится. Однако
потолок цвета ночного звездного неба, что тогдашней Сикстинской капелле присутствовал, тоже ему не очень нравился. Он предложит Микеланджело расписать плафоны, своды Сикстинской капеллы, построенной, в принципе, не очень давно, за 35 лет до этого. Микеланджело, один из самых скандальных гениев в истории искусства, всегда подчеркивавший, что он скульптор, а отнюдь не живописец, тем не менее, немного подумав, согласится. Историю росписи Сикстинской капеллы, а я думаю, знают все, но сразу замечу, что по центру плафона, буквально в самом центре, сюжеты ветхозаветные, и прежде всего, и это, так сказать, доминирующий центр, это очень определенный центр свода, это сотворение Адама. Сотворение Адама, которое видели все, которые, которым восхищались, я думаю, все, но видели или в будущих Сикстинской капелле, преобладающим образом, без сомнения, да, в их продукциях. И коль скоро мы с вами вот недавно говорили о революциях в истории искусства, иконография, которую здесь использует Микеланджело Буонаротти, вне всякого сомнения, абсолютная революция подобного композиционного решения касательно сюжета сотворения Адама никогда еще не было. Вазари пишет, что Адам этот сотворен Богом, а не писан человеком. Но мы знаем, что Джорджо Вазари был всегда крайне патетичен и страстен и в своих привязанностях, и в своих неудовольствиях, обожал образы, обожал метафоры, и, в общем-то, давне всякого сомнения, мы воспринимаем эти слова о Адаме Сикстинской капеллы, писанном Буонаротти, как образ, но как образ, глядя на Адама, крайне уместный, центром композиции. Здесь являются две руки, рука Господа и рука Адама, рука ответственная, направляющая, указывающая, и рука расслабленная, желающая, жаждущая поддержки как таковой. Он же очень устал, и он только появился. Он фатально доверчив, он устал неизбежно. И это могло бы иметь некую негативную коннотацию, вот только то, что я сейчас сказал. И если бы вот в таком пандане, в уравновешивании, не присутствовала чрезвычайная ответственность и сосредоточенность Господа Бога. Вот он и тянется, и указывает Адаму, летя по небесам, в сопровождении окружения некой свиты, которая как в капсуле очерчена вот этими вот тканями, бурно развивающимися на предполагаемом, при предполагаемом движении воздуха. И во шестой день творения уже все создано. И окружают Господа Бога традиционные, замечательные, пухлые, выразительные, вполне себе неаккуратно манеристичные, такие, так сказать, младенцы Путти. И удивительным образом вот среди всех этого пышного детского тела присутствует женский образ. И эта женщина, эта женская стать всегда вызывала массу дискуссии и массу вопросов. Мы ведь до сих пор с вами не можем точно сказать, а кого имел в виду Микеланджело Буонаротти, изображая здесь. Есть мнение Ева, оно вряд ли, скорее всего, сомнительно, все-таки до Евы еще вот некоторое время надо подождать. А есть мнение, что это София Мудрость, которая, согласно некоторым апокрифам, присутствовала при актах творения. Возможно, можно догадываться, но тем интереснее рассматривать работу. А вот снизу, непосредственно под летящим Господом Богом, за его замечательной анатомией и чудных совершенно одеяниях, я имею в виду прописанных чудные складки на одеяниях, у нас две перевернутые мужские натуры, они затемнены, и, в общем-то, согласно традиции, мы говорим о некоем падении. Это падшие, ни много ни мало, ангелы, иногда трактуемые, вот буквально напрямую,
Люцифер и Вельзевул. Впрочем, об этом можно еще говорить. Неизбежно и фатально доверчив он Адам и невыносимо ответственен и сосредоточен в этой ответственности Господь. А 270 лет спустя Уильям Блейк, английский художник, английский поэт, при жизни признанный безумным, создавшим, придумавшим удивительный мистический мир, в котором он существовал. И изображая этот мир, Блейк на рубеже 18 и 19 веков опередил эстетики и стилистики, ну, минимум лет на 100, ибо то, что будет и как будет изображать Блейк, преобладающим образом в иллюстрации, преобладающим образом гравюре, преобладающим образом акварелью, чернилами и на бумаге, вот эта Европа будет развлекаться в конце 19-го, начале 20-го столетия. Он это сделает за 100 лет до. В 1795 году Уильям Блейк начинает иллюстрировать, 10 лет это будет продолжаться, начинает иллюстрировать необычайно популярную книгу в Англии, написанную в 1600, изданную в 1667 году, поэму, по крайней мере, так это названо, Джона Мильтона, которая именуется «Потерянный рай», рассказывающий о историю Адама. Она отнюдь не канонична, она очень своеобразна, она иногда апокрифична, иногда не кощунство, если хотите, и она безумно популярна вот тогда, в эпоху романтизма на Британских островах. Ее иллюстрирует Уильям Блейк. Вот то, что мы с вами видим сейчас на экране, «Элохим создает Адама», или, упрощая, «Создание Адама» – это иллюстрация к «Потерянному раю» Мильтона. Коль скоро я упомянул, цветная гравюра, чернила, акварель, совсем небольшой формат у нас с вами здесь. И странности философии Блейка, он, будучи сумасшедшим, а в силу этого говорившегося, что ему заблагорассудится, считал, что грехопадение – произошло не в раю. Грехопадение происходит каждый раз, когда душа облекается плотью. С этим можно, может быть, даже нужно, без сомнения, спорить, но выражая эти представления о сущем, вот с помощью акварели, чернил на бумаге, получалось вот то, что мы с вами видим. Он, если и создавал Адама только-только, то мы видим, как Господь старается уже спасти, видимо, только-только им созданное, старается спасти и помочь, и несколько отчаян, предполагая, что вдруг, не исключая, что вдруг, при всем при том, что это Господь Бог, это может не получиться, а нужно спасти. Змей уже обвивает тело Адама, только-только созданного. После того, как Господь представит Адаму, только-только созданному из праха, получившего жизнь через ноздри, твари и скотов земных, которые были, ну, за исключением птиц и рыб, были созданы тогда же вместе с Адамом на шестой день творения, и предложит ему выбрать из приведенных скотов и зверей того, кто был бы Адаму интересен, с кем бы он мог бы как-то существовать, общаться, и ничто не понравится Адаму. Не выберет он никого ни из скотов земных, ни из зверей, ни из гадов морских. И вот тогда навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот,
Это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей. Ну, последнюю можно было, фразу можно было бы не цитировать. Это уже о нашей сегодняшней жизни. Да, ну и пусть будет так, почему не оставляя ни мать, ни отца своего. А сотворение Евы. Сотворение Евы – логичный следующий сюжет от истории Адама и Евы. И мы сотворение Евы начинаем рассматривать с Иеронима Босха. Иеронима Босха всегда рассматривать очень непросто, иногда тяжело и категорически необходимо, даже когда мы с вами смотрим на сад земных наслаждений. Левое крыло триптиха «Сад земных наслаждений» – то самое крыло, которое нынче находится в музее Прадо. И, собственно, основная тематика основной доски триптиха, без сомнения, это грех сладострастия. Он необычайно выразительно изображен Иеронимом Босхом. А здесь же, на левой створке, у нас вот то, что было создано Господом в 3, 5, 6 дни творения, сад Эдем. И, в общем-то, совершенно не случайно, вполне узнаваемы, нет, они традиционно карикатуризированы, но, тем не менее, вполне узнаваемые жирафы, вполне узнаваемые слоны, ибо на востоке, об этом пишется в книге Бытия, был создан сад Эдем, и центром второго плана – это источник жизни, который функционирует в некой такой органической, видимо, белковой, вполне омерзительного вида конструкции. А первый план, центр композиционного решения – это, без сомнения, Адам, Ева и Господь, вернее, представление Господом Богом Евы Адаму. Он в удивлении проснулся, он не замечает полостной операции, которая была ему произведена. Она смущена, просто потому что смущена, как водится в нидерландском возрождении, обнаженная, ну, по крайней мере, ранее обнаженная ренессансная нидерландская натура статична, анемична, не очень атомична. Так и здесь. Все именно так, с очевидностью, Босх каких-нибудь бестий, вот это куда, ну, куда с большим чувством у него выходило. Но здесь тоже мило, а главное, назидательно и познавательно. И тут же еще одно сотворение Евы, того же Иеронима Босха, это «Страшный суд», тот самый «Страшный суд», который находится нынче в галерее Академии художеств в городе Вене. Это левая створка. Все как водится, у нас совмещены разновременные события и разнопространственные события. Вот на одном художественном пространстве, извиняюсь за тавтологию. А наверху, только скоро о разных событиях пространственных, наверху в небесах ни много ни мало, помимо спаса в силах, у нас еще битва ангелов. И мы видим, кто кого побеждает и куда отправляются падшие. А у нас очень наглядно, то есть события от первого плана развиваются дальше с некой перспективой, сугубо художественной перспективой выстроенной. С третьего плана вот сюда вперед у нас здесь с вами изгнание из рая. Наглядное, выразительное, подробное. У нас здесь с вами ближе к нам искушение, и я не могу не отметить очень выразительную пластику и хорошую анатомию здесь обнаженного человеческого тела, мужского прежде всего, у Иеронима Босха. И, наконец, то, что нас интересует, сотворение Евы. И если в саду земных наслаждений Босх изображает Еву, уже предстающую перед Адамом, и Адам уже проснулся и с удивлением смотрит на Еву, то здесь вот он еще пребывает в забытии. А вот таком послеоперационном, хоть и оперся на локоть, она только-только создана Господом из ребра Адама, она еще не представлена, Адам еще не знает о ней.
ничего, он вот-вот очнется и увидит того, кого он назовет своей женой, Господь с очевидностью вдыхает жизнь, дает, благословляет Еву, и замечательно, собственно говоря. И замечу, что, коль скоро 1504 год, сравнивая с садом земных наслаждений, здесь, в общем-то, и обнаженная человеческая натура, а здесь, скажем так, уже не столь анемично, хотя говорить о некоем развитии и умениях наверняка пока не приходится. И тут же, для сравнения и из любви к истории искусства, еще одна левая доска того же страшного суда, я имею в виду сюжетность, Лукаса Кранаха старшего. Вот так вот, ни много ни мало. А это то, что находится сегодня в Берлинской картинной галерее, и иногда очень впечатляет, так сказать, профанирующую публику, потому что совершенно не ожидает увидеть то, что они знают, как произведение Босха, находящееся в галерее Академии в Вене, а здесь у нас в Берлине. Мы говорим о копии, описанной Лукасом Кранахом-старшим, хотя это не копия, это, без сомнения, крайне приближенная к оригиналу вариации. В общем-то, на трех досках от триптиха «Страшного суда» у Кранаха мы насчитываем более 100 отличий от Босха, но, тем не менее, нет. Это подробное, без сомнения, очень подробное, очень близкое к оригиналу, вариант. Видел, мог видеть и, скорее всего, видел Лукас Кранах старший «Страшный суд» и «Иеронима Босха» в 1508 году, когда он с неким дипломатическим поручением курфюрста саксонского Фридриха отправляется в Нидерланды, но пройдет значимый срок, вот 16 лет, а в 1524 году, это уже признанная атрибуция, будет написан вот вариант, вариация Лукаса Кранаха старшего на тему «Страшного суда Босха». И, вне всякого сомнения, было бы здорово, мы очень любим говорить о том, что посмотрите, вот эти вот узкие, такое лисье выражение лица, поднятые скулы, узкие, вытянутые к уголкам, к ушам уголки глаз. Это вот замечательная Сибилла Клевская, которую вот сразу по знакомству Лукас Кранах, юный совсем 14-летний Лукас Кранах, писал, ну прям вот избыточно писал, скажем так, в качестве женской портретной натуры. Здесь нет, отнюдь, это 2 года еще до знакомства Кранаха с Сибиллой Клевской. В 1526 году она появляется в качестве невесты сына Фридриха, Иоганна Фридриха, будущего курфюрста, очень такого несчастного, скажем так, ладно, отдельная история. Так вот, за 2 года до, поэтому здесь у нас фантазия сколь угодно какая может быть, потому что мы Сибиллы не видим здесь ни в Еве, которая только-только создана из ребра Адама, ни в Еве, которая стоит около дерева познания добра и зла и внимательно слушает, что и говорит еще одна женская натура, потому что у нас с вами змей с женским телом и с женским лицом и у Кранаха, и у его оригинала, у Босха. Вне всякого сомнения, между сотворением Евы и сотворением Адама Сикстинской капеллы присутствует колоссальная разница, и разница это не столько, вне всякого сомнения, между сотворением Адама и сотворением Евы Сикстинской капеллы разница, разницы серьезные, наглядные, очевидные, вызванные, быть может быть, раз самыми разными причинами, но, скорее всего, хотя я только предполагаю, отношением автора, прежде всего. Сотворение Адама, только-только нами виденное, это центр, композиционный центр всего свода как такового.
он абсолютно фундаментализирующий. А сотворение Евы тут же рядом, единое пространство практически, а тут же рядом с очевидностью несколько вспомогательную функцию несет, вспомогательную, если не декоративную, если хотите. А в принципе, замечу сразу, что сам по себе сюжет сотворения Евы предполагает большую композиционную насыщенность, нежели сотворение Адама. Три персонажа минимум, иногда больше, но только не менее трех. Это, собственно, Адам, это Ева и это Творец. По определению уже больше, а ежели их ограничить еще в пространстве, то случается даже без каких-то дополнительных стафажей, а случается вполне себе теснота. Вот мы сейчас с вами посмотрим на сотворение Евы. А здесь композиция тесна, всем трем фигурам очень обильным, не очень уютно. А надо заметить, что даже Адам, пребывающий в сне, облокотившийся на пенек, вполне выразительно, очень микеланджеловский, но при всем при этом разительно отличающийся от того Адама, который совсем недавно был создан творцом, стоящим с правой стороны. Он немножечко брюзг, он как-то подуспокоился, он даже немного обрюзг и потолстел. Если хотите, а возможно это кажется, а возможно потому, что он находится в глубоком наркотическом сне и не чувствует, что происходит с ним, а Ева, появившаяся из бедра с выразительными, такими серьезными, несколько избыточными, что очень нехарактерно для Микеланджело, формами, сразу понимает, что к чему, и обращается к Творцу, преклоняясь и восхищаясь, видимо, а может быть, за объяснениями, что происходит. Творца мы тоже только что видели, и здесь, при сотворении Евы, он отнюдь не так страстен, он отнюдь не так экспрессивен, он отнюдь не так строго ответственен, нежели только-только при сотворении Адама. А здесь он строг, здесь он статичен, здесь он требователен, но, может быть, не так ответственно, извините, я повторяюсь. И я даже вижу, возможно, только я, и, возможно, я фантазирую, некую иронию и в жесте, и во взгляде. И коль скоро о разнице в отношении сюжета, и тут же Уильям Блейк, вот в продолжении темы, вот в иллюстрациях к «Потерянному раю» Джона Мильтона, мы об этом только-только с вами упоминали, и вот только-только мы видели там все в той же акварели-карандаше сотворение Адама, и сомневались, сотворение ли это, а тут же куда в более сдержанной цветовой гамме сотворение Евы. А все куда проще. Тут нет никакой страстности. Здесь нет никакой экспрессии. Из трех персонажей, присутствующих здесь традиционно при сотворении Евы всегда и на изображении Блейка, самый экспрессивный, самый деятельный, самый страстный – это Адам. Он спит, и тем не менее, Ева здесь совершенно статуарно миловидна, не очень разбирается, что к чему. И Творец, он выше, он выразителен, он в правильной, без сомнения, позе, но кажется даже несколько, в сравнении с тем Творцом, который создавал, а может быть спасал Адама, он куда более равнодушен. Удивительное отношение. Разные мастера, разное время, и тем не менее. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею: «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их. И не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене: «Нет, вы не умрете. Но знает Бог, что в день, когда вы вкусите их,
откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясывание. Сюжет искушения и грехопадения значительно более чаще присутствует в истории изобразительного искусства, нежели, скажем, тоже сотворение Адама или тоже сотворение Евы. И, в общем, страница кодекса Эмилианесис датируется 994 годом, так уверяют специалисты из Криала, где, в общем-то, этот удивительный артефакт присутствует, значимый и для истории искусства, значимый для истории как таковой, значимый для испанского языка, истории его развития, ибо на полях кодекса Эмилианесис присутствуют переводы с латинского на кастильский конца X столетия и на арагонский конца X столетия. Тогда, в конце X столетия, писан-то он был в Риохе, в центре Испании, насельниками монастыря подзабытого нынче святого Эмилиана, оттуда и название, и рассматривая вот эту, не скажем даже живопись, мы, наверное, скажем эту миниатюру книжную, которая столь схематична для нас с вами, что вызывает, быть может быть, улыбку, а вызывать, наверное, должна... поначалу уныние, а потом надежду. Потому что, глядя на 994 год, на эти неумения, но желания научиться и изобразить красиво, так как мы, если не видим, то хотя бы придумываем, нужно иметь в виду, что все уже было, мы уже так умели. Мы уже, я имею в виду человечество, мы уже умели значительно, несопоставимо. Где эта древнегреческая эстетика? Где этот более прагматичный, но великий Древний Рим? И где его древнеримская эстетика? После крушения Западной Римской империи Европа проваливается вот в такое безвременье, вязкое, серое, желеобразное. Зарастают дороги, пропадают почтовые станции, мы не говорим о красоте вообще, мы только выживаем, мы рухнули в эту яму, из которой будем долго убираться, и всему мы будем учиться заново, в том числе уметь видеть и уметь изображать увиденное. Кодекс Эмилианесис. В сюжете искушения и грехопадения. Вот это вот ученичество христианского искусства. Мы назовем это романским периодом, да, вне всякого сомнения, с точки зрения, скажем так, хронологической систематики. И не то, что любоваться, наверное, нет, но разбирать, да. Кстати, мы с вами люди грамотные, поэтому мы все прекраснейшим образом все сюжетное знаем. А вот предполагалось, что те, кто могут читать тогда в X столетии, в центре Пиренейского полуострова, они могут даже не знать этого сюжета, поэтому автор или авторы и подписали и Еву, и Адама, и змею, и древо познания, почему-то вот наверху, добра и зла. Кстати, несмотря на вот такую крайнюю, так сказать, схематичность, нужно заметить, что, в общем-то, несмотря на все мыслимые и немыслимые недостатки всего, тем не менее, в общем-то, и Адам, и Ева в недостаточной степени пропорциональны. По крайней мере, это касается ладоней и ступней. У Евы одна ступня вот не удалась, скажем честно, видимо, руку повело. А вот все остальное более-менее, да, и опоясывание из смоковных листьев тоже вполне органично и уместно. Здесь крайне живописен и элегантен. Он похож на заглавную букву «змей» с яблоком во рту и вполне декоративно и несколько ориентально
древо познания добра и зла, что вы хотите, конец X века, Пиренейский полуостров, там все вполне ориентально. И вновь Библия Савиньи, и замечу сразу, что если бы мы вот только-только не видели лист из кодекса Эбелионесис, то, наверное, к миниатюре искушения и грехопадения, вот это правое нижнее клеймо из общего комплекса сотворения мира, отнеслись бы мы, ну, как и в предыдущий раз, с такой исторической любознательностью. То есть, ну вот, когда-то было так. А сейчас мы можем сравнить. Мы можем сравнить очень наглядно и определить разницу во времени в 200 лет. И все-таки мы видим наглядно разницу между миниатюрой романской, чрезвычайно условной, и миниатюрой готической. Все, что мы только что говорили о том, что мало места в силу этого экспрессии здесь всегда не хватает, но тем не менее все присутствует. А учитывая, что два клейма расположены совсем рядом, очень легко проследить. Не то чтобы генезис, но, по крайней мере, изменение Адама. Он похож, спящий Адам, на сотворение Евы. Очень похож на вот этого Адама, того, кто не спит, который уже прикрылся, он уже вкусил, хотя Ева ему протягивает, плод древа познания добра и зла. А Ева, они похожи. Вот с точки зрения гендерных различий, у Адама нужно приглядываться к более широким плечам, чтобы определить. Волосы у него с очевидностью гуще и толще. А Ева изящнее, но незначительно, скажем так, но уже стыдливо. Уже стыдливо. Очень несистемообразующий змей, он не очень заметен. Он так весьма параллелен деревам, удивительным вот этим вот накатом земным, по совсем свежей тверди, ходят Адам и Ева в Эдемском саду. Ну, худшее впереди. Вот поняв все, разобравшись, где добро и зло, они еще не знают, что их ждет. Томазо де Кристофоро Фини, так звали замечательного мастера раннего флорентийского возрождения, вошедшую в историю, как таковую, в историю искусства, под именем Мазолино да Паникале, ибо был родом из Паникале, небольшого городка в Тоскане. То, что родился Мазолино в Паникале, то, что он учился у Лоренцо Гиберти, что очень важно, то, что к 20-м годам, к началу 20-х годов века 15-го, он известен всей Флоренции, пользуется необычайным авторитетом, удачей, у него много заказов, он один из лучших флорентийских художников. А вот о всем этом мы знаем от Вазари, который весьма-весьма подробно и живописно описывает его в своих жизнеописаниях, и его работу. И сразу скажу, что первый период своего творчества Мазолино, вне всякого сомнения, мастер поздней придворной готики, вот «Мадонна смирения», его посмотреть, мастер поздней придворной готики и работающий преобладающим образом на доске. Я сразу скажу, что такое впечатление, что когда Мазолино работал на доске и на стене, он писал разными руками, потому что, да, технологических отличий очень много, технических очень много деталей, но тем не менее, все-таки я думаю, что важнее это здесь вопрос благорасположения к поверхности самого автора. На доске Мазолино консервативен и достаточно суров, а на стене он небывало нежен, миловиден, немножко куртуазен в самом лучшем смысле этого слова, и романтичен. И романтичен, это очень наглядно видно в самом известном цикле фресок Мазолино в церкви Санта-Мария дель Кармине, что во Флоренции, а в той ее части, которая именуется капеллой Бранкачи. И скажу честно, мы с вами, в общем-то, капеллу Бранкачи, во-первых, еще увидим оттуда работы, во-вторых, больше все-таки ассоциируем не с Мазолино, а с Мазачча, с тем не менее замечательным флорентийским мастером, с которым Мазолино, начиная с 20-х годов
15 столетия, работал практически вместе до смерти самого Мазача 1428 года, предварительно испытав касательно нежности, миловидности, элегантности и позитивной куртуазности влияние де Монако. В 1424 году к Мазолино поначалу, а позже и к Мазача обратится Феличе Бранкаччи, представитель очень известного, богатого флорентийского семейства, который большую часть своей истории соперники и преобладающим образом недруги Медичи, настолько соперники, настолько Медичи, что позже, вот в конце 30-х годов 15-го столетия, Феличе будет поначалу просто отправиться в тюрьму на 10 лет, затем он будет лишен имущества, объявлен мятежником и так далее, и так далее, и так далее. А посему работа в капелле ведется нервно, ведется с перерывами. В общем-то, то, что успеет сделать Мазолино и Мазаччо до конца 20-х годов, затем большой перерыв, а потом к ним, к оформлению капеллы приступит Филиппино Липпи. Это отдельная история, мы ее касаться сейчас не будем, но два друга, два мастера, работавших, ну, значимую часть своей творческой жизни вместе, Мазолино и Мазаччо, представлены в капелле Бранкаччи совершенно в равных долях. То есть они поделили просто стены пополам, писав ровное количество сюжетов один, ровное количество сюжетов другой. А грехопадение, ну, мы будем говорить искушение грехопадения, у Мазолино это именуется грехопадение, досталось Мазолино, да, Паникале. Вот оно, его грехопадение, причем мы здесь видим все, любовь, нежность, миловидность, романтизм, доверчивость, изысканность, элегантность, куртуазность у всех. У Адама, у Евы необычайно нежной, необычайно трогательной, а может быть, с избыточно правильными чертами лица, но, в принципе, хорошо и так. И даже змей уж на что, мерзавец, а посмотрите, какая у него личина-то, ее даже личиной называть не хочется, тоже хороша, ибо лицо женская, а фон трогательный, глубокими сине-зелеными тонами, вполне мистический, подчеркивающий вот эту вот элегантную приятность, миловидность и вот слово-то прицепилось, куртуазность. В удивительном ряду гениев Северного Возрождения Яна ван Эйка, Рогира ван дер Вейдена, Дирка Боутса, Хуго ван дер Гуса, Ганса Мемлинга. Хуго ван дер Гус стоит на четвертом месте исключительно хронологически. Он младший и немногим младший современник того же Рогира ван дер Вейдена, того же Дирка Боутса, оказавшего на него значимое влияние. И, честно говоря, я не очень понимаю вот по сей день, почему... А в общем-то, для любителей искусств, для ценителей классической живописи, отдельно, быть может быть, даже для любителей северного нидерландского возрождения, а мы перечислили гениев нидерландского возрождения, а Хуго ван дер Гус не столь, не то чтобы популярен, не столь на слуху, а как, скажем, Ян ван Эйк, а как, скажем, Рогир ван дер Вейден, а как, быть может быть, Ганс Мемлинг. Это несмотря на то, что... работы Хуго ван дер Гуса, блистательного мастера Северного Возрождения, а на постсоветском художественном пространстве присутствуют в российских, прежде всего, музеях, в Эрмитаже. Мы сегодня это обязательно упомянем, и тем не менее. И тем не менее, он почему-то менее известен, повторюсь, или, может быть, менее на слуху, нежели вот упомянутые мной гении. Могу быть неправ, это мое сугубо личное впечатление. И скажу, что вот те, кто с радостью и удовольствием всегда рассказывают о Хуго ван дер Гусе, я, например, всячески популяризируя
его творчество и, так сказать, анализируя его биографию. А вот обычно это делается так очень мелодраматически, потому что биография, во-первых, малоизвестна, мы знаем мало подробностей его жизни, а можно что-то придумать. А то, что мы с вами знаем, загадочно, печально, непонятно и так далее, и так далее, и так далее. А в общем-то, и сейчас я буду делать то же самое, в общем-то, родившийся в Генте, и сегодня касательно следов Хуго ван дер Гуса в Генте их есть, не очень внятные и не очень заметные, не очень бросающиеся в глаза, находящиеся преобладающим образом в тени, ибо... Когда мы с вами входим в собор святого Бавона, что в городе Генте, прежде всего, разумеется, и это очень здорово, мы отправляемся к генскому алтарю Яна ван Эйка, проходя и не замечая удивительный совершенно триптих алтарный Хуго ван дер Гуса, Голгофа, он там совсем недалеко. Плохо не то, что мы идем к Ван Эйку, это очень здорово, нужно обязательно. Плохо то, что мы проходим мимо Хуго ван дер Гуса, а в городе Генте, в соборе святого Бавона, а, видимо, в городе Генте он и учился. Он и учился, он и постигал азы художественного ремесла. Считается, однозначно говорят, о влиянии Дирка Боутса на Хуго ван дер Гуса. И обычно всегда рассказывают о том, что, будучи немногим младше Рагира ван дер Вейдена, Хуго ван дер Гус всегда был в тени Рагира, всегда был не предпочитаем сильными мира сего, а в силу этого очень расстраивался, в монастырь уходил и с ума сходил. В монастырь уходил и с ума сходил, но касательно... того, что он не был столь популярен среди, повторюсь, руководства, а как Рагира ван дер Вейден, все очень относительно. Все очень относительно, потому что мы точно совершенно знаем, что и в 1468 году, и в 1472 году он оформлял торжественный триумфальный путь, готовясь к приезду в город Карла Смелого, герцога Бургундского, последнего герцога Бургундского, который вот-вот пойдет в битве при Нанси в 1477 году, а пока красиво въезжает в город Гент. И в город Брюгге, кстати, там тоже оформлял Хуго ван дер Гус. А мы знаем, что когда Хуго ван дер Гус пострижется в монастыре, сначала отправится в монастырь, недалеко от Брюсселя он стоит по сей день, именуется Красным монастырем, если переводить руш-круат от французского языка на русский, то к нему туда, в монастырь, например, приезжает Максимилиан, будущий император Священной Римской империи, будущий король Германии. Приезжает, даже покупает, мы точно это знаем, кое-какие работы, которые нынче находятся в историко-художественном музее, в блистательном историко-художественном музее города Вены. Но да, действительно, Хуго ван дер Гус, монах, причем очень так вольно он себе живет, он отправляется в монастырь, видимо, это все предположение, послушавшись своего двоюродного брата Николая, который был, так сказать, пострижен незадолго до Хуго ван дер Гуса, возможно, несчастная любовь, очень любит рассказывать о оформлении домашнего алтаря в одном из богатых домов Средней Фландрии, где он влюбляется в девушку, и никак она не отвечает ему взаимностью, и родители против. Мы знаем, таких историй огромное количество. А может быть, просто действительно некая склонность к депрессиям таковая была, вне всякого сомнения. Ибо, да, действительно, в конце своей жизни, по тем временам достаточно, относительно, скажем так, долго, чуть за 50 лет проживет Хуго ван дер Гус, он сойдет с ума. Он сойдет с ума, об этом будут писать современники, 1480-й, 1481 год, он умрет следующим годом, 1482-м. Он сойдет с ума, и его будут лечить. Причем уже в 19 веке по мотивам лечения будут писаться приличными бельгийскими мастерами всякого рода очень, очень страстные картины. Лечили музыкой, пением церковным Хуго ван дер Гуса. Впрочем, возможно, это и легенда, но осталось от великого мастера
достаточное количество. Его нужно смотреть, его нужно без сомнения любить. Он присутствует совершенно замечательно в «Уффици», пожалуй, одна из самых известных, если не самая известная работа Уго ван дер Гуса. Это «Алтарь Портинари». Неудивительно, что во Флоренции, потому что писался в свое время в Брюгге для посланца семейства Медичи. Это очень хорошие форматные работы в Берлинской картинной галерее. Это «Преклонение волхвов», это и «Преклонение пастухов», это упомянутая «Голгофа» в соборе Святого Бавона. И, коль скоро мы упомянули и Венский историко-художественный музей, замечу, что... Или Венский музей истории искусства, вот так вот можно сказать. Замечу, что грехопадение или иногда в вариантах Адам и Ева. Вот то, что у нас здесь с вами на экране, это часть диптиха. Две работы, очень неформатные, были писаны. Часть диптиха, которая именуется «Грехопадение и спасение», который будет куплен вот как раз вот. Это написание 1368 на 1370 года, а который как раз будет куплен Максимилианом, тогда еще не королем Германии и тогда еще не императором Священной Римской империи. Он ими станет, Максимилиан I. Он покупает эти работы, они отправляются в Вену. Обе, вот две части диптиха, находятся в Вене как оплакивание Иисуса, очень мрачная, очень безысходная, очень тяжелая к восприятию, перенасыщенная персональный первый план и абсолютная безжизненность и мертвенность всех остальных далеко линий горизонта второго плана, реплика именно с оплакивания Христа следующего года, 1480-го, коль скоро написание присутствует в Эрмитаже, и там, наверное, тональность, яркость красок иная и, скажем так, более бросающаяся в глаза. А вторая доска «Грехопадение», она перед нами, она никогда не реплицировалась, вот она таковая, какая написана была, а вот тогда, в конце 60-х, начале 70-х годов века 15-го, замечательным Хуго ван дер Гусом. Ну и вот то, что мы здесь традиционно говорим, и то, что мы здесь традиционно замечаем, говоря о анатомии обнаженного человеческого тела, в северном возрождении, нидерландского возрождения, оно несколько болезненное и, скажем так, достаточно измождено касательно мужской анатомии, а несмотря на замечательную портретность, здесь присутствующую, и женская анатомия здесь вычурно, нарядно и, может быть, не совсем естественно. Вот разглядывая грехопадение, иногда это просто называется Адамом и Евой, а грехопадение Хуго ван дер Гуса, я все-таки замечу здесь две женских фигуры, потому что до этого у нас искуситель-то с лицом был женским, но касательно телесных статей это была змея, ну, всегда. А вот немножечко у Кранаха, у Босха не змея, но преобладающим образом все-таки она. А здесь такое ощущение, это вызывает некое мерзение, между прочим, по крайней мере у меня. А здесь такое ощущение, что женское лицо, малосимпатичное, кстати. Почему-то считается, что это одно и то же лицо с Евой, я не нахожу этого. Оно продолжается... Оно продолжается, оно скрыто как одеждами, вот этим вот чешуйчатой спиной с хвостом, безжизненным, достаточно искусственным. И взгляд у искусителя щемяще просящий. Змей, с точки зрения Хуго ван дер Гуса, ох, не оптимиста, замечу я, здесь так довольно выродочен, то есть величия никакого, отдельной гадости никакой, в общем-то просто гадость, скажем так. Адам прикрывает свои вторичные половые признаки рукой, вполне традиционно, а у Евы заняты обе руки. Она одно яблоко держит, а другое, наслушавшись змея, срывает, обращая ваше внимание. А вот ее-то
от нас скрывает некие части тела Евы, от нас скрывает синий ирис. А, ну, замечу, что у Хуго ван дер Гуса всегда с ботаникой с мифологизацией ботаники всегда все было очень хорошо. Она всегда у нее была внятная, подробная, всегда как атрибут, и всегда как атрибут объяснимый и совершенно уместный. А синий ирис – один из атрибутов женской невинности, чистоты и Богородицы. Обращаю ваше внимание, это намек. Мы с вами ведь еще пока можем сомневаться, опробовал ли Ева яблоко с дерева познания добра и зла. Может быть, и Адам, как так по случайности рукой повел, ничего такого специального. А ирис со своими семью лепестками всегда считался цветком Богородицы. Указывает он на ее семь скорбей, замечу я, а также вполне себе символизирует возможность спасения. Сравнивая две работы, две доски диптиха, оплакивание Христа и грехопадение, разительная разница настроения, атмосферная, видна сразу. Оплакивание Христа – это безысходная трагичность. Это безысходная трагедия. Ничто не позволяет, глядя на оплакивание Христа, в исполнении Хуго ван дер Гуса надеяться на лучшее. В сравнении с оплакиванием Христа, грехопадение, а как бы негативно не звучало, а название удивительно радостно, удивительно светло, и, в общем-то, несмотря на отдельную неприятность во взоре и во внешнем виде, у змея так положено, несмотря на некую чрезвычайную изможденность Адама, а несмотря на, нет, не чрезвычайную, некую изможденность Адама, а несмотря на очень нарядно вычурные формы телесные Евы, здесь вполне оптимистично нет, но надежда здесь присутствует, и мы ее с интересом замечаем и разглядываем. Хуго ван дер Гуса нужно знать, любить, искать и смотреть, получая от этого огромное удовольствие. Обнаженная натура Адама и Евы в самой разной сюжетности, иногда просто как Адам и Ева, иногда в состоянии искушения, иногда в состоянии грехопадения. Это источник бесконечного вдохновения Лукса Кранаха-старшего. Я уже, наверное, повторюсь, но вот с 1513 года, поизображав обнаженных Венеру, он очень увлеченно начнет выписывать Еву и Адама. Вот это вот 1528 год. Мы можем искушение, мы можем совершенно уже тут-то точно сказать, что касательно лица Евы, оно портретно. И мы знаем, чей это портрет, юной и столь любимой уже Лукасом Кранахом старшим Сибилы Клевской. А в 26-м году они познакомились, это обручение, 28-й год это свадьба, очень пышная в Торгау, с Иоанном Фридрихом, наследником саксонского курфюршеского престола. И замечу, что, ну вот, годы практики, собственно говоря, значительно выразительнее и миловиднее здесь женская стать. Она все-таки, наверное, несколько подросткового у Кранаха. То есть еще есть чему формироваться, но он распрямил плечи, он поднял очень небольшую грудь, он уменьшил пропорционально, уменьшил бедра. А все стало замечательно, ну, замечательно, не замечательно, но куда лучше, опять-таки, с точки зрения отдельных ценителей, нежели было. А вот с Адамом все изначально вполне прилично, и было бы здорово, без сомнения, и некоторые об этом говорят. Коль скоро мы с вами имеем портретную Еву, иметь портретного Адама. Адам на работе искушения 1528 года действительно похож на старшего сына Лукаса Кранаха,
Ганса Кранаха, того самого, который в 1537 году, отправившись в Италию, неожиданно там в Италии умрет, ему будет за 20 немногим. А вот это вот 28-й год, и тогда, в этом 28-м году, Гансу Кранаху, старшему сыну Лукаса Кранаха, старшего, а есть еще младший Лука Кранах, всего лишь 15 лет. А мог ли он там так обильно зарасти бородой и усами? Ну, здесь, в общем-то, можно сомневаться. Замечательная, очень самодостаточная фауна у Кранаха, вполне приличная ботаника, и, в общем-то, это торжество плоских удовольствий. У нас здесь звери, у нас здесь вкусные яблоки, они берут его вместе, я обращаю ваше внимание, они держат его вместе, смотря при этом не на яблоко, смотря при этом друг на друга и с неким, ну я не скажу вожделением, но с очевидным удовольствием. С очевидным удовольствием, и даже змей, который, в принципе, должен был бы держать сюжет и в силу этого быть одной из центральных персонажей композиции, здесь малозаметен и очень биологичен. Он совсем маленький, посмотрите, с нижней ветви древа познания добра и зла. Он даже непонятно куда смотрит. Он свисает, и, наверное, не больше. Для меня загадка, как он мог искусить, глядя на искушение Лукаса Кранаха старшего 1528 года, мы задаемся даже вопросом, разглядывая змея, а искушал ли, если не считать чудовищно выписанной, так сказать, неверно абсолютно, ногой Адама, левой, задней, она за правой ногой, посмотрите на нее, как она вывернута, это приблизительно так, как Рембрандт Саскию посадит себе на колени, и там будет поворачиваться, глядя на зрителя. Ну, это вот если это сделать, переломать все свое тело. Вот так же и Адама здесь ногой. Но это нужно заметить, это нужно всматриваться. А если не всматриваться, то смотреть замечательно. Настроение повышается. Два сюжета присутствует на этом, ну, скажем так, художественном пространстве сводов Сикстинской капеллы, описанных Микеланджело Буонаротти. Два сюжета, они совершенно логичны, они взаимосвязаны, они последовательны хронологически, но изгнание из Эдема нас пока не очень интересует, оно с правой стороны, и мы к нему будем возвращаться. А вот касательно грехопадения, посмотрите, вот только-только мы рассматривали Микеланджеловское, там же на потолке Сикстинской капеллы, мы рассматривали с вами создание Евы. Там было тесно, много тела и, в общем, композиционно сдержанно и не очень страстно. Несмотря на то, что здесь совершенно иной формат, он больше. Два сюжета, тем не менее, они все хорошо уместились. Ну, может быть, не очень хорошо, но большей частью. Здесь искушение и грехопадение, а по страстности, по экспрессии, оно, в принципе, не то чтобы сопоставимо, но вызывает однозначно некие аллюзии на рядом расположенное сотворение Адама, по крайней мере, удивительное существо, которое могло бы считаться выразительной, сильной, мощной, деятельной, страстной и, видимо, вполне красивой женщины, если бы не вот эта странность ее тела, которая продолжается невероятным образом, овивая древо познания добра и зла, без яблока, с неясной ботаникой, но тем не менее необычайно образом мощно, оно протягивает жестом требовательным, жестом обязательным, сопоставимым с тем самым жестом, коим тянется Творец к свежесозданному Адаму, в данном случае змей. Тянется к Еве, она с интересом оборачивается, абсолютно без испуга какого бы то ни было и без сомнения какого бы то ни было. Она воспринимает слова и то, что дается. И Адам в странной позе, со странными намерениями, сомневается ли, борется ли,
соглашается ли, мы-то с вами знаем, что не борется и не сопротивляется, а соглашается. Но динамика и страстность и мощь тела, предполагают варианты. Предполагают варианты Микеланджело Буонаротти, изгнание из Эдема и грехопадение. Вернее, наоборот, к изгнанию мы еще будем возвращаться. Здесь же, в Сикстинской капелле, разглядывая великое творение Микеланджело Буонаротти. Оформление папских покоев в реконструируемом папском дворце тогда, в начале 16-го столетия, Рафаэль Санти начнет при папе Юлии II, закончит при папе Льве X. Он будет этим заниматься с 1508 по 1517 год, создавая то, что сегодня мы именуем станция Рафаэля, комната Рафаэля, и их несколько, их четыре объема, из которых три. Это, в общем, не очень большие помещения, это 8 на 10, и так называемый зал Константина, те фрески, которые Рафаэль создает вот по 1517 год, вне всякого сомнения, являются абсолютными шедеврами. Кстати, в свое время, в 1508 году, к только-только приехавшему Рафаэлю в Рим, мало кому известному, обратится папа Юлий II. Сколько же можно скандалить с Микеланджело? Вот молодой и тихий. В общем-то, обратиться, имея в виду рекомендации, которые были даны Браманте, и, в общем-то, никогда об этом не пожалеет, несмотря на то, что удивительным образом, и, наверное, это получалось у Рафаэля, быть может быть, прежде всего, который всегда умудрялся христианскую, библейскую, житийную и мифологию, и персонажей совмещать с мифологией, персоналиями историческими и фантастическими, античности далекой. У некоторых это выглядело, это многие пытались сделать, у многих не получалось, церковь не воспринимала, а у Рафаэля удивительным образом получалось. Нас интересует одна из четырех комнат среди станций Рафаэля, станция, собственно, комната, станция «Деля Сеньятура», которая на русский язык переводится, вот это вот словосочетание, несколько странно, как «зал указов», но я замечу, что как бы это ни перевелось на русский язык, это все будет достаточно странно. Мы действительно в этой комнате, повторюсь, не очень большой, подписывались, пропечатывались указы и папой Юлием, и последующим папой Львом, мы видим последующими папами, и, в общем-то, «Ноблесса оближ». Функция, положение обязывают по мере возможности. Четыре фрески, которым мы всегда идем, придя с экскурсии в Ватиканский дворец, знаменитые, мы их знаем с детства, они были представлены в учебниках по истории, в позднесоветской школе. Это, без сомнения, блистательная финская школа, это Диспут, это Парнас, и это, менее известная фреска, которая именуется «Мудрость, умеренность, сила». И каждая из этих фресок, которая изобильно представлена множеством самых разных персонажей истории библейской, житийной, истории античной одномоментно, каждая из этих фресок, в принципе, является некой аллегорией той или иной отрасли человеческого умственного удовольствия, общественной жизни. А финская школа, разумеется, это философия. Диспут – это теология. Парнас, а то как же, разумеется, поэзия. Мудрость, умеренность, сила – это правосудие. И замечу, кстати, что время от времени эту из четырех самую малоизвестную фреску так и поименовывают. И, как правило, придя в станцию для сеньятуры, мы смотрим их, затем идем дальше – как правило, не поднимая головы и не рассматривая потолок, который в 1511 году Рафаэль уже с учениками будет расписывать. Нет, мы правильно смотрим прежде всего на фрески, но надо бы и на потолок тоже. На потолок тоже там представлены
А вот те же вот философия, теология, поэзия и правосудие в том, да, в круглом формате замечательными молодыми женщинами, оформленными всякого рода ангелочками Путти, с нравоучительными надписями по разным поводам. И помимо вот этих вот философии, теологии, поэзии, правосудия, там уже в прямоугольном формате представлены опять-таки аллегории, причем представлены самые разные сюжеты, как библейские, так, собственно говоря, и античные. Ну, а роль Овидия как неисчерпаемом источнике бесконечной магической сюжетности – это отдельный разговор. А сейчас мы вообще касаться не будем, но среди прочих вот этих крайне разнообразных сюжетов у нас присутствует грехопадение. Вот оно. Грехопадение, не сразу оно бросается в глаза. И я даже сейчас не буду, надо все это видеть вместе. Надо без сомнения пребывать в танце для того, чтобы правильно воспринять то, что создавал Рафаэль, даже в этом каноническом, совершенно традиционнейшем, совершенно крайне популярном к изображению о библейском сюжете, сюжете Ветхого Завета, искушение и грехопадение. Искушение и грехопадение, не вдаваясь в подробности и в анализ портретных или, так сказать, телесных статей. Предполагается, что мы искушаем, и мы, так сказать, затем случается грехопадение, ничего хорошего. В общем-то, в этом нет. Это всегда некая трагика, без сомнения, присутствует. А у Рафаэля она не присутствует. Вот несмотря на то, что странное существо, опять-таки, женским лицом и женской верхней половиной тела, с таким интересом и даже с кокетливым интересом из-за куста как-то вот так вот выглядывает, на нее смотрит Адам, отнюдь не на Еву, а Ева смотрит на Адама, ничего, что говорило бы об грозящем грехопадении, грядущем грехопадении, здесь нет. Может быть, за исключением, опять-таки, странных телесных форм, вот этого вот змеиного хвоста, которая помогает девице вот там вот наверху держаться между ветвей. Они беседуют. Они тут же рядом совсем. Вниз опустить взор, афинская школа. Такое впечатление, что они просто беседуют. Они продолжают тот диспут, который только-только в афинской школе ведут Платон и Аристотель. Нет, ну, конечно, можно сказать, что это придумано. Но нет, с очевидностью продолжают тот диспут, который ведут в афинской школе великие греческие философы. Вот это вот об умении Рафаэля совместить вещи, не то чтобы несовместимые, но совмещаемые, по крайней мере, тогда, в начале века XVI, с неким усилием, с неким трудом. И вновь сумасшедший гений Уильям Блейк, конец 18-го, 1795, начало 19-го, 1805 года, года работы над иллюстрациями к мильтоновскому «Потерянному раю», в очередной раз изданному, в общем-то, на Британских островах. Иллюстрации удивительны совершенно, мы видели уже две. Вот то, что мы сейчас видим, это искушение и грехопадение. Смотрим и не устаем удивляться. А первое, что бросается в глаза, необычайная праздничность. Я сразу замечу, это такая поверхная праздничность, но тем не менее нам кажется, что это так. Нарядная, хорошая, нарумяненная, изысканным лицом Ева просто принимает вот так из рта в рот плод яблока, взрево познания добра и зла, который ей в таком вот навязчиво предлагает змей. А змей вид это вполне карнавального, а змей вида в такой уходящей стилистике, очень популярной в свое время, в какую-нибудь чудовищную рокальную эпоху, где-нибудь, так сказать, глубоко в провинциальном, в провинциальной Германии, а стилистика шуанери китайщина. Ее уже нет в конце 18-го столетия, но она вот была не так, чтобы давно, лет за 30, за 40. Это было необычайным образом популярно. И, в общем-то, само древо познания добра и зла, оно уже рассыпается фейерверком, таким очень ярким,
Я не скажу, что это китайские фонарики, но это с очевидностью не совсем плоды, не совсем листья. Они светятся, в общем-то, изнутри. А Ева с интересом забирает яблоко изо рта у змея. А Адам в это время в очень хороших, прям-таки совершенно античных формах, казалось бы, с неким недоумением и радостным удивлением рассматривает весь этот праздник жизни. И только вглядевшись в блейковскую акварель, мы с вами замечаем молнии, они далеко не сразу бросаются в глаза, они кажутся продолжением ветвей, листьев, стволов. А это не так, это молнии. И только вглядевшись в мертвый, совершенно низкий горизонт и мертвый пейзаж там, у низкого горизонта, мы начинаем понимать, что совершенно не все так благостно и совершенно не все так замечательно. Вообще ожидаем мы трагедии. И приглядевшись к Адаму, нет, не к Еве, приглядевшись к Адаму, вовсе не удивлен и не восторжен он. И не радостно, не радость, ну, и сомнение присутствует на лице у него. Он испуган. Он испуган и растерян. Он не понимает, зачем молнии, они только кажутся невинными, как они уходят в землю, с какой силой. Да и на Еву глядя, она вполне безысходно забирает это яблоко. Он, этот смешной дальневосточный змей, ее не столько искушает, он ее заставляет. Будет что-то очень нехорошее, если влиться в эту работу. Искушение, да, грехопадение, трагедия. По крайней мере, с точки зрения высших сил, творцов и насельников тогдашнего сада Эдем. В 1954 году Марк Шагал начинает писать серию крупных форматов, всего 17, а которую закончит в 1966 году, ему тому времени сильно за 80, и специально для размещения этой серии, представляющие из себя сюжеты Ветхого Завета, с легкой руки Андре Мальро, тогдашнего министра культуры Французской Республики, в городе Ницце, совсем недалеко от места проживание Марка Шагала, недалеко от Сен-Поль-де-Ванса, строится музей, где эти 17 работ будут размещены, который получит название «Национальный музей библейского послания Марка Шагала». Мы немножечко упрощаем и укорачиваем эту формулу. Мы говорим просто о библейском послании. И замечу, что библейская тема сопровождает Марка Шагала, а в принципе всю его творческую жизнь. Первый Адам и Ева появляется у Шагала в 12 году. Он вернулся из Франции. А к тому времени он напишет работу «Посвящение Аполлинеру», в которой вот все, что он увидел в тогдашней Франции, в художественной жизни столицы Французской Республики, все им будет увидено, запомнено, переработано, явлено в той или иной степени в послании Аполлинеру, а там у нас Адам и Ева. Ну и замечу, что в 20-х годах, вот как раз после уже отъезда из социалистической России, Валар, замечательный амбуаз Валар, там же в Париже, предложат, ну, по крайней мере, выскажет идею Шагалу создать серию иллюстраций к Ветхому Завету, которые должны были будут выставлены, затем отдельно изданы и так далее, и так далее, и так далее. Идея замечательная. Она в достаточной степени повлияет на Шагала, когда в 1931 году он решит отправиться в Палестину, откуда привезет 105 афортов, откуда привезет, дай бог мне память, 39 гуашей замечательных. И не получится у Валара издать афорты, все, что было привезено. После войны, после смерти того же Валара, лишь в конце 50-х годов, афорты, вот ближневосточные библейские афорты Шагала будут изданы, но сама идея сама по себе.
а его, так сказать, повторюсь, будет сопровождать всю жизнь. А вот с 54-го года начинает появляться серия, до 66-го, да, повторяюсь, начинает появляться серия «Библейское послание». Сразу замечу, что и Адам и Ева у Шагала не единственные, и рай у Адам у Шагала не единственный. Вот то, что мы сейчас с вами видим на экране, именуется рай, вот с точки зрения автора. А хотя здесь, в раю, их несколько у Шагала, это самый известный, самый растиражированный. А с точки зрения сюжетности, здесь, без сомнения, два сюжета. Один из них мы видели до, мы на него смотрели, это создание Евы с левой стороны. А второй сюжет мы как раз вот интересуемся им сейчас. Это грехопадение, искушение и грехопадение. И нужно заметить, что и создание Евы, коль скоро она здесь, и искушение, и грехопадение разительно отличаются, как и все у Шагала, от того, что мы видели до. А коль скоро об Адаме и Еве, ну вот буквально Адам все еще приходит в себя после создания из его ребра Евы, а хотя я думаю, что он ее уже заметил, окружен он существами, созданными в пятый и шестой день творения. Здесь и рыбы, здесь и гады морские, и скоты земные, и ангел среди синевы устремляется к Адаму, возможно, поддержать его. Ева с удовольствием рассматривая, с удовольствием и добротой рассматривая все, что ее окружает, спряталась за облаком, хотя что часто прятаться, не обращает внимания на жутковатую синюю птицу, из-за которой выглядывает некая сакральная сущность. У нее есть крыла, но мы не исключаем, что это может подсматривать Творец. Кстати, если это даже не он, если это просто ангел девятого чина, то в любом случае у него за спиной город Витебск, если приглядеться, личный, персональный, когда-то рай Марка Шагала. А с правой стороны, отделенный от сюжетности касательно создания Евы, одновременно и с солнцем, которое поддерживает, ну, с очевидностью тоже Творец, причем Творец совершенно узнаваемый, просто-напросто с композицией Джованни ди Паоло, и месяц Луна, за которым тоже присутствует сущность и какая-то малосимпатичная. Если вы присмотритесь, и рядом с ними летают двое у Шагала всегда. Летают мужчина и женщина, а в окружении животных, которые переходят у него из картины в квартиру, и здесь они тоже, и большей частью, они тоже вполне летающие, помимо синей птицы, упомянутой жуткой с левой стороны. У нас здесь коты, песики, всякого рода корнокопытные мелкие, у нас здесь, возможно, жар птица и даже змей. А здесь невелик, не выглядит отдельно коварным и отдельно хтоничным, он вот среди прочих творений, ну, присмыкающийся пятый день, творений, вот среди прочих творений пятого дня, рассматривает Адама и Еву, обнявших друг друга, видимо, они откусили яблоко на них руках. Оно у них в руках, но не в яблоке дело. Им очень хорошо вдвоем. Они здесь-то, мы понимаем, вот если Адам желтого цвета гепатитного, возможно, сомневался, недоумевал, а кто это, разглядывая Еву, то здесь-то он понял, что без Евы он с очевидностью не сможет. Над ними еще одна крылатая сущность. То ли это описанный Ветхим Заветом Серафим готовится изгонять, но он не похож на злобного и карающего, и наказывающего. Он миловиден, добродушен и как бы всплескивает не крылами, но руками, ах, разглядывая Адама и Еву, в картине «Рай» Марка Шагала. Знание следствия грехопадения – и один, не один из, а самый драматический сюжет из всего сюжетного набора рассказов об Адаме и Еве. Изгнание из рая. «Проклята земля за тебя, скоскорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей.
Тернии волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. А вот этими словами Господь осудит Адама. Мы пропускаем сюжет «Суд Господа» или «Адам перед Господом Богом». А Адам, выслушав Господа, нарек имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих, и сделал Господь Богу Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их. И сказал Господь Бог: вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. И выслал его Господь из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни. И на одной из мозаик собора в Монреале, что близ Палермо на Сицилии, вот как раз изображается сцена изгнания из рая, приблизительно изображенная так, как мы сейчас с вами услышали. Видели мы уже один сюжет касательно мозаик, их 130, вот одна из них. Мы говорили о времени их создания, это конец 12 столетия, 1183-1189 года. Эта датировка, видимо, подлинная, и это очень быстрое создание. И мастера, приехавшие из Константинополя, что более вероятно, или местные много и настойчиво и успешно учившиеся в Константинополе, традиционный такой, так сказать, кокетливый маньеризм камнинского периода, необычайно выразительные лица, совершенно с византийскими чертами лица, особенно это касается Евы, особенно это касается ангела, кожаные одежды. Ну, я сейчас не буду рассказывать те или иные теологические споры, но часть теологов предполагают существование Адама и Евы в садах Эдема в качестве такой духовной сущности, а затем обретение телесного и так далее, и так далее. Тут можно спорить, говорить, но неважно. Кожаные одежды, возможно, та кожа, которая сейчас на нас, на всех. А вот мастера камнинского периода, там в Палермо, в Монреале, а вот изображают вот такие вот, ну, лосеницы из скотов земных, из продукции скотов земных, вот такие составленные. А все категорически иконографично, все очень торжественно поздневизантийское, сочно византийского, скажем так, условная архитектоника, слова книги Бытия, которые я сейчас зачитывал наверху, и проблема одна, не то чтобы проблема, вернее, это проблема постоянная, настолько постоянная, что проблемой быть перестает. А совершенно точно во всех переводах поставил на востоке у сада Эдемского херувима. Херувима Господь поставил для того, чтобы Адам и Ева, или потомки их, вот мы с вами, не вернулись туда вкусить от древа жизни. Увы, нам это запрещено. Джованни ди Паоло, замечательный совершенно мастер Кватроченто и блистательный представитель сиенской школы живописи, школы консервативной, ну тогда, в позднем Троченто, в Кватроченто, сиенская школа живописи консервативна, сурова, строга, достаточно суха, линейна, часто мрачна и темна. А красками сиенская школа в сравнении с рядом расположенной флорентийской более гневливо, имея в виду лики изобильных библейских житийных персонажей, о которой она выписывает. А Паоло, Джованни ди Паоло, совершенно характерный представитель, блистательный, характерный представитель сиенской школы. Причем, говоря о Кватроченто, мы говорим о самом сочном Кватроченто, ибо ди Паоло проживет всю свою жизнь
в 15 веке. Считается, что он родился в 1400, а третьим умер в 1382 году. По тем временам это очень немало. И вот все, что касается школы Сиенской, и в какой-то вот сейчас мере я очень коротенько, очень сумбурно охарактеризовал, все это касается и творчества Джованни Ди Паоло. Но к этому, вне всякого сомнения, нужно добавить ошеломляющую экспрессию, свойственную его работам, очень мощную мистическую составляющую. И, в общем-то, время от времени любят говорить, что сюрреалисты присматривались к нему в свое время. Ну, сюрреалисты, не сюрреалисты, но, тем не менее, фантазировал-то он старательно. А касательно подробностей, детализации и графичности, Джованни Ди Паоло скрупулезен даже для Сиенской школы. «Сотворение мира и изгнание из рая» писалось в свое время, и датируется это 1345 годом, для базилики Сан-Доминико в городе Сиене. А нынче это находится в Соединенных Штатах, и это, вне всякого сомнения, одна из самых растиражированных работ Джованни Ди Паоло. Неудивительно, ибо здесь на одном художественном пространстве два сюжета, различные, скажем так, по экспрессии и отличающиеся в достаточной степени по манере исполнения. Несмотря на достаточно упрощенную композицию сотворения мира, серьезность и фундаментальность акта творения мы здесь видим весьма и весьма наглядно, и вот эта вот серьезность и фундаментальность, она подчеркивает вот некую миловидность правой стороны, знания из рая. А вот если здесь у нас хтонический миф, то с правой стороны у нас бытовая сцена, простите мне, вот этот вот, ну, наверное, образ. Нет, здесь технологически все верно, то есть здесь ангел с золотыми крылами, с золотыми нимбами выталкивает, как-то протягивает руки, как бы похлопывая по плечу. А дама, которая обернулся крайне доброжелательно на ангела, а другую руку, а обе руки протягивают такой же доброжелательной Еве. А здесь все в изгнании из рая, крайне печальный сюжет. Миролюбиво, доброжелательно и, вы знаете, даже немного кокетливо. И все это происходит в золоте плодов дерев Эдема. А все это происходит среди подробной и нарядной флористики, очень хорошо выписанные, могут смутить черные линии, просто пальцами сделанные, вот здесь вот внизу, но тоже на них всерьез обращать внимание, как, конечно, надо, просто-напросто это реки, ничего дурного и ничего пугающего. Это реки, упомянутые в Ветхом Завете, и вот если справа налево, то это Фисон, Ганг, то это Гихон, Нил, то это Хидекин, Тигр, и самый правый, это Евфрат, Евфрат. Собственно говоря, вот и географии здесь хватает. Кстати, о географии с левой стороны, касательно сотворения мира, представление сиенских интеллектуалов о географии того времени. А Джованни Ди Паоло, как водится, после смерти своей будет забыть, и его долго-долго не вспоминали, вспомнили замечательно. Томмазо ди Гвидия, более известный как Мазаччо, пребывая в ранге крупнейшего мастера флорентийской школы эпохи Кватроченто, ровесник Джованни ди Паоло, родился Томмазо ди Гвидия Мазаччо в 1401 году, но в отличие от долгожителя ди Паоло прожил совсем немного. Он умрет в 1428 году, вот составив о себе мнение, как одном из самых мощных реформаторов эпохи Кватроченто. О капелле Бранкаччи мы уже упоминали. Мы упоминали о семействе Бранкаччи, больших недругов семейства Медичи, о этой и другие из Флоренции. Мы говорили о церкви Санта-Мария дель Кармине, именно там усыпальница семейства Бранкаччи, которую вот с 20-х годов 15 века два больших приятеля, Мазолино де Паникале и Мазаччо,
расписывают, получив заказ, причем очень странные росписи. В принципе, речь идет о жизни святого Петра, но там очень много всякой рода сюжетности, и завета Ветхого, и завета Нового, и золотой легенды Ворогиновской, имея в виду самые известные католические житийные истории Якова Ворогина. Все это там перемешано, и, в общем-то, поделив между собой художественное пространство, Мазолина, миловидный, изящный, куртуазный, невероятно любвеобильный, вот с Адамом и Евой, а ровно напротив, в той же капелле, Мазаччо с изгнанием из рая. А вот изгнание из рая Мазаччо, пожалуй, одна из самых известных его работ, и, без сомнения, она... А несмотря на сдержанность эмоций касательно ангела, он их не изгоняет. Он им указывает путь, хотя мечта у него, да, без сомнения, позволяет представить, что обратно он не пустит. В совершеннейшем отчаянии, рыдающая Ева, в совершеннейшем отчаянии, необычайно подробно, внятно, и смущая многих, выписан Адам. Учитывая, что верхняя часть была снята, вся работа была несколько уменьшена, мы полностью композиции себе представить не можем, но то, что мы видим, совершенно грандиозно, это такое рафинированное отчаяние, именно таковым, наверное, должно быть изгнание из рая. Именно таким его можно изобразить. Кстати, касательно подробностей анатомических, они настолько смущали, ну, по крайней мере, так сказать, клир, что в 1674 году были прикрыты ноги Адама и Евы листами, и вот убрали-то их только, вот, по-моему, в начале 90-х годов прошлого 20-го столетия. Вот сейчас они таковы там в капелле Бранкача, каковыми их в свое время, тогда, в 1320-26 годах, изобразил замечательный Мазаччо. Иоганн Генрих Фюсли, родившийся в 1741 году в Цюрихе, в общем-то, по времени рождения и по времени расцвета своего таланта причисляется к романтистам, хотя он романтик, да, без сомнения, но этот странный, опережающий, ну, скажем, откровенности своего времени романтизм только усугубляет и подчеркивает общий мистицизм Иоганна Генриха Фюсли, который один из самых странных художников своего времени, родившийся в Швейцарии, работавший преобладающим образом в Англии, друживший, казалось бы, с Джошуа Рейнольдсом, будучи директором Королевской галереи, ведя совершенно размеренный и правильный образ жизни, тем не менее, Фюсли создавал такие полотна, поглядев на которые один раз запоминались они на всю жизнь, и потом всю жизнь ты начинал бояться этих воспоминаний. Фюсли один из первых и самых ярких мастеров кошмаров нового времени, я имею в виду историческую хронологию и состояние живописи в этот хронологический период. Удивительным образом, будучи старше Блейка на 16 лет, он оказал на него очень мощное влияние. И замечу, что именно тогда, когда Блейк начинает создавать иллюстрации к «Потерянному раю» Джона Мильтона, тогда же Фюсли, попутешествовав изрядно, решает создать серию из 47 полотен, вот как раз в качестве иллюстрации, вариации к иллюстрациям к «Потерянному раю». Скоро его ждет серия о ночных кошмарах, она так и будет называться. Это будет чуть позже, но то, что Фюсли создает для «Потерянного рая» в качестве, так сказать, исполняя сюжеты а к «Потерянному раю», это совершенно удивительные и очень пугающие работы. Они манерные, но часто эта манерность страшна. Она лишь усугубляет кошмар, который также усугубляет и вполне морбидные тона, которые присутствуют в большинстве
работ Иоганна Фюсли. А вот из серии иллюстраций к «Потерянному раю», а там у нас с вами, собственно говоря, «Жизнь Адама», вообще о жизни Адама и до, и после, и «Знание Адама и Евы из рая». Адам и Ева из рая. Здесь три персонажа, как обычно. Мы видим отчаявшуюся Еву, мы видим с трудом поддерживающего ее и сдерживающего себя Адама, и очень тихого, спокойного и невероятно статуарного и навсегда здесь повисшего ангела. Он никого не пустит обратно через ворота в Эдем. И вот фюслевский «Адам и Ева. Изгнание из рая» писаны были в 1799 году, а Кузьма Петров-Воткин писал своих «Адам и Еву» в 1911 году. Вот к 1911 году сын сапожника уже поучился в училище Штиглица, он уже поучился в Москве у Серова-Угорского, он уже съездил в Мюнхен недолго, поучился у Ашбы, он проехался по Италии, он побывал в Северной Африке, он побывал в Париже с увлечением и достаточно внятный срок, а в 1910 году он возвращается в Россию, устраивает выставку, которая вызовет необычайное неудовольствие, я бы сказал, возмущение Ильи Репина и бурную радость и удовольствие, скажем, Александра Бенуа и Леона Бакста. Неудивительно, все, чему мог научиться Петров-Воткин в Париже, все, на что он там посмотрел, он все увидел, воспринял, переработал. И все, что мы знаем и любим этого замечательного мастера, которого мы всегда вспоминаем как мастера революции, это не совсем так. Купание красного коня, сон, мальчики, все это оттуда. Вот Адам и Ева 1911 года. Ну, по техникам, да, оттуда, хотя, вне всякого сомнения, влияние Томазаччо, мы его только что видели, вот там, из капеллы Бранкаччи, здесь с очевидностью композиционное влияние, здесь с очевидностью имеют место быть, здесь, видимо, апеннинский все-таки пейзаж, это горы вполне невысокие, здесь странная ботаника, странные дерева и странное отношение Адама и Евы к изгнанию. Во-первых, мы не сразу воспринимаем, что это изгнание. Они, оживленно беседуя, обсуждая, Ева, женщина, говорит, Адам слушает, соглашается, или думает, согласится ли или не согласится, не обращают внимания даже на яблоко. Оно выпало из рук Евы, оно лежит с правой стороны, здесь внизу в тени, на земле, а они, выходя из рая ли, думаем мы, прикрывая ту обнаженность, которую вдруг они осознали, вот этими странными, очень обильными ветвями. И вот мы смотрим на Петров-Воткинских Адама и Еву и думаем, из Эдема ли они выходят, или из бани. И то, и другое, в общем-то, имеет право на существование. Никакого ужаса, никакого непонимания, никакого отчаяния Адама и Ева, наступившего 20 века. Ну и век 21. Павел Попов, замечательный художник, начинавший обучаться живописи в изо-студии АЗЛК, автомобильного завода Миленинского комсомола, что в городе Москве, учившийся у Глазунова, соответственно, тематика, соответственно, манера, то есть это преобладающим образом такая мифологизированная русская и российская история, как правило, в туманах, в зимах, такая стылая, такой же, иногда очень, очень выразительный зимний пейзаж, разумеется, провинциальная Россия, разумеется, деревни, разумеется, отдельные погосты, чудные пейзажи, и вдруг вот изгнание. Вот такое вот, одна из немногих работ, которой у Павла Попова, повторюсь, он мне симпатичен очень, нет зимы. Здесь абсолютная жара. Их изгнали из рая, и они не знают, что делать. Вот, наверное, на этой работе, это 2004 год, если не ошибаюсь, мы закончим сумбурной,
не очень внятный, не очень системный и такой очень в наскок наговоренный, скажем так, обзор касательно изображений про отца и про матери Адама и Евы в истории изобразительного искусства. Это абсолютно неисчерпаемая тема, о ней можно говорить сутками, неделями, месяцами, годами. А мы вот торопимся с очевидностью.